Svēto garu. И поэтому личность Святой Дух. Un tāpēc Svētā gara personība. Для кого-то может не такая важная, как Иисус. Kādam varbūt nav tik svarīga kā Jēzus. Только хочу вам сказать, что Иисус на небесах. Tikai gribu pateikt, ka Jēzus ir debesīs. А Дух Святой здесь. Bet Svētais Gars ir šeit. Если мы о нём ничего не знаем. Ja mēs par viņu nekā nezinām. Не знаем, как с ним работать, сотрудничать. Ja mēs nezinām, kā ar viņu sadarboties. Как с ним наладить общение. Kā ar viņu veidot attiecības. То в нашей жизни многие вещи не происходят. Tad mūsu dzīvē daudzas lietas nenotiek. Давайте откроем Деяния 19 главу. Atvērsim apostoļu darbus 19. Nodaļu. С 1 по 7 стих. No 1. Līdz 7. Pantam. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, что Дух Святой есть». А он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В крещение Иоаннова». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было около 12 человек. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārsteigājies augstienes apvidus nonāca Efezā. Un sastapis dažus mācekļus, viņš tiem sacīja, vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja, ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību. Ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdējuši viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca par tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap 12 vīru. Вот такая была микроцерковь. Tāda bija mikrodraudze. 12 человек. 12 cilvēku. Может, у них было откровение. Varbūt viņiem bija atklāsme. У Иисуса было 12. Jēzum bija 12. И у нас 12. Un mums 12. Церковь 12 человек. Draudze 12 cilvēku. Возможно, уже многие годы. Vai iespējams jau daudzus gadus. Они собирались. Viņi sanāca. Молились. Lūdza. Говорили о Боге. Runāja par Dievu. Рассказывали свидетельства. Liecināja. Но ихняя община все время была 12. Bet viņu kopiena bija 12 visu laiku. И к ним пришел Павел. Un pie viņiem atnāca Pāvils. Это аж 19 глава книги Деяний. Tā ir 19. Nodaļa apostoļu darbos. Уже прошло много лет после того, как Иисус вознесся на небо. Ir pagājuši jau daudz gadi, kopš Jēzus aizgāja uz debesīm. 10 глав назад только Иисус призвал Павла. 10 nodaļas atpakaļ Jēzus tikai Pāvila aicināja. Они все это время были верующие. Viņi visu laiku bija ticīgi. Но в их жизни не было никакого успеха. Bet viņa dzīvē nebija nekādas veiksmes. Ефес был город языческий. Efesa bija pagāniska pilsēta. Там поклонялись Артемиде. Tur pielūdza Artemīdu. Артемиде Ефесской. Efesis Artemīdu. Это был языческий город. Tas bija pagātābija pagānu pilsēta. Наполненный проклятыми людьми. Kas piepildīts ar nolādētiem cilvēkiem. И там была церковь. Un tur bija draudze. 12 человек. 12 cilvēku. И к ним пришёл Павел. Un pie viņiem atnāca Pāvils. Вы знаете, что Богу всё равно, что церковь сегодня маленькая. Dievam ir vienalga, ka šodien draudze ir maza. Любая маленькая церковь может вырасти. Jebkura maza draudze var izaugt. Вы мне можете сказать? Amen, я лично в это верю. Es tam ticu. Церковь это живой организм. Draudze tas ir dzīvs organisms. А любой живой организм растёт. Bet jebkurš dzīvs organisms aug. И знаете, что произошло с ними? Un ziniet, kas ar viņiem notika? Павел им сказал: "Вы приняли Святого Духа?" Pāvils viņiem teica: "Jūs pieņēmāt Svēto garu." А они сказали: "Мы даже не знаем, кто это." Viņi teica: "Mēs pat nezinām, kas tas ir." Они не знали, кто такой Святой Дух. Viņi nezināja, kas ir Svētais Gars. Они не знали ничего о Святом Духе. Viņi nezināja neko par Svēto garu. Поэтому в их жизни не было прогресса. Tāpēc viņu dzīvē nebija progresa. И церковь находилась 12. Un draudzē bija 12. И Павел тогда сказал: Что я буду за вас молиться? Он Павлу стоится с лукш по юмс. Чтобы вы приняли Святого Духа. Лаюс пенимат Святого Гару. И когда он на них возложил руки, когда він щузла ка виньем рокас. На них сошёл Святой Дух. Пар виньем наца Святой Гарс. И этот Святой Дух, он щи Святой Гарс. Дал им знамение. Дева виньем зимес. Они стали говорить иными языками и пророчествовать. Виньи сака руна цита смелес и проветот.
И знаете, что случилось с этой церковью? Un ziniet, kas notika ar šo draudzi? В ней стало 70 тысяч человек. Viņa pieauga līdz 70 tūkstošiem cilvēku. Это была самая большая церковь в языческом мире. Tā bija vislielākā draudze pagāniskajā pasaulē. Её возглавлял парень по имени Тимофей. Un Тимофей. Тимофей. Было 70 тысяч прихожан. Bija 70 tūkstoši draudzes locekļu. Пока они только верили в Иисуса. Kamēr viņi tikai ticēja Jēzumu. Было 12 прихожан. Bija 12 apmeklētāji. Когда они приняли Святого Духа. Bet kad viņi saņēma Svēto Garu. Кто-то думает. Kāds domā. Когда я куплю здание. Kad es nopirkšu telpu. Церковь вырастет. Draudze izaugs. Не обязательно. Nav obligāti. Возможно, у них было здание. Iespējams, viņiem bija telpas. Церковь может вырасти. Draudze var izaugt. Если там действует Святой Дух. Ja tur darbojas Svētais Gars. Церкви для работы нужен Святой Дух. Draudzei ir nepieciešams Svētais Gars. Они ничего не знали, кто это. Bet viņi nezināja, kas tas ir. Они не знали, как он действует. Viņi nezināja, kā viņš darbojas. Они не знали, что он исцеляет. Viņi nezināja, ka viņš dziedina. Они не знали, что надо молиться на языках. Viņi nezināja, ka jālūdz mēlēs. Они не умели пророчествовать. Viņi nemācēja pravietot. Потому что на них не было Святого Духа. Jo viņiem nebija Svētā Gara. Дух Святой не приходит автоматически. Svētais Gars neatnāk automātiski. Дух Святой приходит через веру. Svētais Gars atnāk caur ticību. А вера приходит через наставление. Bet ticība atnāk caur mācību. Если нам никто не сказал о Святом Духе. Ja jums neviens nav pateicis par Svēto Garu. Мы бы тоже ничего не знали о Святом Духе. Jūs arī neko nezināt par Svēto Garu. Если нам никто не сказал, что нужно молиться языками. Ja neviens nebūtu teicis, ka jālūdz mēlēs. Что это знамение крещения? Ka tā ir kristības zīme. Никто бы из нас не молился языками. Neviens no mums nelūgtu mēlēs. Но нам сказали. Bet mums teica. Чтобы мы приняли Святого Духа. Lai mēs pieņemam Svēto Garu. И главное знамение принятия его. Un galvenā zīme, ka mēs esam pieņemti. Это говорение на иных языках. Tā ir lūkšana citās mēlēs. И поэтому мы сегодня молимся на иных языках. Tāpēc mēs šodien lūdzam citās mēlēs. Аллилуйя. Halleluja. Можно молиться на языках превосходнее, чем молиться на русском. Tāpēc, ka lūkšana mēlēs ir labāka nekā latviešu vai krievu valodā lūk. Kā tu mūlīši ar svojim umom, ka tu lūdzi ar savu prātu, ты не знаешь, о чём молиться. Tu nezini, par ko lūkt. Ты просто молишься. Tu vienkārši lūdz. Но когда ты молишься на языках, kad tu lūdzi mēlēs, Дух Святой знает, о чём молиться. Svētais Gars zina, par ko lūkt. Он видит всё вперёд. Viņš redz visu uz priekšu. Написано, когда Дух Святой придёт, kad Svētais Gars nāks, ir rakstīts. Он нас наставит на истину. Viņš mūs vedīs pie patiesības. И будущее возвестит. Un nākot šās lietas atklās. Значит, он знает, что будет в будущем. Viņš zina, kas būs nākotnē. Значит, он знает, когда молится на иных языках. Viņš zina, kad lūdz mēlēs. Я ему позволяю молиться своими устами. Es ļauju viņam lūgt ar savām lūpām. Мой ум остается без плода. Mans prāts paliek neauglīgs. Но мой дух молится. Bet mans gars lūdz. И молится о будущем. Un lūdz par nākotni. Чтобы в будущем было все хорошо. Lai nākotnē viss būtu kārtībā. Чтобы Божье слово исполнилось. Lai Dieva vārds piepildītos. Чтобы произошло пробуждение. Lai notiktu atmoda. Чтобы дьявол не попал меня, не поймал в искушение. Lai velns neievestu kārdinājumā. Аминь. Amen. Нам нужно знать о Святом Духе. Mums ir jāzina par Svēto Garu. Давайте откроем Иоанна 14:17. Atvērsim Jāņa evaņģēliju 14:17. 16. Stihā i 17. И умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Jēzus говорит, я умолю отца. Jēzus saka, es lūkšu tēvu. И он пришлёт другого утешителя. Un viņš sūtīs jums citu aizstāvi. Он пришлёт Святого Духа. Viņš sūtīs Svēto Garu. Духа истины. Patiesības garu. Которого мир не знает. Kuru pasaule nezin. Мир не знает Святого Духа. Pasaule nezin Svēto Garu. Но он говорит, но он с вами пребывает. Bet viņš saka, viņš ir ar jums pastāvīgi. И внутри вас будет. Un viņš jūsos māju. Причём он говорит, он уже с вами пребывает. Viņš jau saka, viņš jau ir ar jums, un viņš jau ar jums staigā. Он уже вам помогает. Viņš jau jums palīdz. Но внутри вас он только будет. Bet jūsos viņš mājos. Почему Иисус сказал это в будущем? Kāpēc Jēzus teica to nākotnē? Потому что человек ещё не был искуплен. Jo cilvēks vēl nebija atpirkts. И Дух Святой не мог войти в человека. Un Svētais Gars nevarēja ieiet cilvēkā. Дух Святой смог войти в человека после того, как Иисуса убили. Svētais Gars varēja ieiet cilvēkā pēc tam, kad
Jēzu nogalināja. И помните, когда он воскрес? Un kad viņš augšām celās? Он пришёл к ученикам. Viņš nāca pie mācekļiem. Это Иоанна 20 глава. Tā ir Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa. Это Иоанна 20 глава. Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa. 22 стих. 22. Pants. Сказав это, дунул и говорит: "Примите Духа Святого". Un to sacīs viņš dvese un sacīja viņiem: "Ņemiet Svēto Garu". Это 20:22. Tas ir 20:22. Jēzus ещё не улетел в небо. Jēzus vēl nebija gājis uz debesīm. Но он уже воскрес. Bet viņš jau augšām cēlās. И он пришёл к ученикам. Un viņš nāca pie mācekļiem. И он с ними общался. Un viņš ar viņiem bija sadraudzībā. Pēc tam dvese. И сказал: "Примите Святого Духа". Un teica: "Ņemiet Svēto Garu". И они приняли Святого Духа. Un viņi pieņēma Svēto Garu. Но до этого они ходили и исцеляли больных. Bet līdz tam viņi arī staigāja un dziedināja slimos. Как они это делали? Kā viņi to darīja? Они это делали, потому что с ними был Дух Святой. Viņi to darīja, tāpēc, ka Svētais Gars bija ar viņiem. Но зачем Иисусу говорить: "Примите Святого Духа"? Kāpēc Jēzum teikt: "Pieņemiet Svēto Garu"? Потому что Духа Святого еще не было внутри. Jo Svētais Gars nebija viņos iekšā. Он был с ними. Tas viņš bija ar viņiem. Но он не был внутри. Bet viņš nebija iekšienē. Поэтому Иисус дунул на них. Tāpēc Jēzus dvesa. И сказал: "Примите Святого Духа". Pieņemiet Svēto Garu. И они приняли Святого Духа. Un viņi pieņēma Svēto Garu. Потом он говорит: "Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся". Tāpēc viņš arī teica: "Kam piedosiet grēkus, tie būs piedoti, un kam nepiedosiet, tiem tie paliks". То есть в этот момент они родились свыше. Tajā brīdī viņi piedzima no augšienes. Они не были рождены свыше. Viņi nebija dzimuši no augšienes. Все пророки Ветхого Завета не были рождены свыше. Visi vecās derības pravieši nebija piedzimuši no augšienes. Viņi darīja brīnumus. Но не были рождены свыше. Bet nebija dzimuši no augšienes. Духа Святого внутри не было. Nebija Svētā Gara viņiem iekšienē. Потому что люди начали рождаться свыше после того, как Иисус воскрес. No augšienes cilvēki sāka dzimt pēc tam, kad Jēzus augšām cēlās. Раньше они не могли это делать. Agrāk viņi to nevarēja darīt. Все люди отправлялись в ад. Visi cilvēki gāja uz elli. Благочестивые. Taisi godīgi, godprātīgie, kārtīgie. Верующие в Бога. Tie, kas tic Dievam. Пророки. Pravieši. Все отправлялись в ад. Visi gāja uz elli. Ждать суда. Gaidīt tiesu. Ждать, когда Иисус их избавит. Gaidīt, kad Jēzus viņus atpirks. Но когда Иисус воскрес, kad Jēzus augšām cēlās, он сказал ученикам: "Примите Святого Духа". Viņš teica: "Pieņemiet Svēto Garu". И Дух Святой вошел внутри учеников. Un Svētais Gars nāca par mācekļiem. Вы знаете, что Дух Святой проявляется в трех ипостасях в человеке? Svētais Gars izpaužās trijos, в трёх ипостасях. В трёх образах можно сказать. Трёх veidos viņš izpaužas. Посмотрите, Дух Святой внутри. Svētais Gars iekšēnē. Если его нет внутри, я не рождён свыше. Ja viņš nav iekšēnē, es neesmu dzimis no augšienes. Дух Святой внутри. Svētais Gars iekšēnē. Написано: "Сие сокровище носим в глиняных сосудах". Un ir rakstīts, ka šādu dārgumu mēs nesājam māla traukos. Великое тайное благочестие Христос в нас. Lielais noslēpums ir Kristus mūsos. То есть Дух Святой внутри. Tātad Svētais Gars iekšēnē. Когда Иисус пришел в синагогу, помните его проповедь? Kad Jēzus atnāca uz sinagogu, atcerieties viņa spredi. Он сказал: "Дух Господень на мне". Viņš teica: "Svētais Gars ir uz mani". Как вы думаете, был ли Дух Святой внутри Иисуса? Kā jūs domājat, Svētais Gars bija Jēzum iekšienē? Конечно, был. Protams, bija. Иисус же был сыном Божьим. Viņš bija Dieva dēls. Он родился от Святого Духа. Viņš dzīva no Svētā Gara. Поэтому он был рождённым свыше сразу. Tāpēc viņš bija no augšienes piedzimis uzreiz. И когда он ходил по земле, kad viņš staigāja pa zemi, он был рождённым свыше. Viņš bija dzimis no augšienes. Но не сотворил ни одного чуда. Bet nedarīja nevienu brīnumu. Пока Дух Святой не сошёл на него. Kamēr Svētais Gars nenāca pār viņu. И тогда я начал понимать. Un tad viņš sāka saprast. Ты можешь быть рождённым свыше. Tad es sāku saprast, ka tu var būt piedzimis no augšienes. Человеком, который идёт в небеса. Cilvēks, kurš iet uz debesīm. Но ничего не уметь сделать для Бога. Bet nemācēt neko izdarīt priekš Dievu. Может, когда Иисус сказал: "Примите Святого Духа"? Kad Jēzus teica: "Pieņemiet Svēto Garu". И думал на них. Un dvese. Они родились свыше. Viņi piedzima no augšienes. А в первой главе Деяний апостолов. Bet pirmajā apostoļu nodaļā, pirmajā apostoļu darbos nodaļā. Он им говорит: "Будьте в Иерусалиме". Viņš saka: "Palieciet Jeruzalemē". И на вас сойдёт Святой Дух. Un pār jums nāks Svētais Gars. И вы примите силу. Un jūs pieņemsiet spēku. Силу что делать? Spēku darīt ko? Силу быть свидетелями. Spēku būt liecinieki. Силу служить Богу. Spēku kalpot Dievam. Силу творить чудеса. Spēku darīt brīnumus. Если Дух Святой, который внутри.
Ja Svētais Gars, kurš ir iekšienē, для того, чтобы я пошёл в небеса. Lai es ietu uz debesīm. Потому что ни один нерождённый свыше человек не пойдёт в небеса. Jo neviens no augšienes nepiedzimis cilvēks neiet uz debesīm. Библия говорит, чьи имена не были записаны в книге жизни, отправились в озеро огненное. Bībele saka, tie, kuru vārdi nebija dzīvības grāmatā, bija uz uguns ezeru aizsūtīti. Это могли быть хорошие люди. Tie varēja būt labi cilvēki. Порядочные люди. Kārtīgi Религиозные люди. Religiozi cilvēki. Но если имя не записано в книге жизни. Bet ja vārds nav rakstīts dzīvības grāmatā. Люди полетят в ад гореть вечно. Un cilvēki lidos uz eli vienkārši. Поэтому когда они приняли Святого Духа. Tāpēc, kad saņēma Svēto Garu. Они стали рождены свыше. Viņi kļuva jaunpiedzimuši. А потом он ему сказал. Bet pēc tam Jēzus viņiem teica. Вы ещё не можете мне служить. Jūs vēl nevarat man kalpot. Вам нужно помазание. Jums vajadzīgs svaidījums. Дух Господень на мне. Svētais, tā Kunga gars ir uz mani. Jēzus не мог творить чудес. Jēzus nevarēja darīt brīnumus. Сам учитель. Pats skolotājs. Не мог творить чудес. Nevarēja darīt brīnumus. Пока на него не сошёл Святой Дух. Kamēr par viņu nenāca Svētais Gars. Хотя Дух Святой был всегда внутри него. Kaut gan Svētais Gars bija viņā iekšā visu Дух Святой, который внутри. Svētais Gars, kurš ir iekšā. Он для того, чтобы я принёс плод моего спасения. Viņš ir domāts tādēļ, lai es nestu savas atgriešanās augļus. Помните, как написано в Библии: "Плод же Духа есть любовь, мир, Gara, augļi, радость, мир, долготерпение, пацietība, кротость, воздержание, vienprātība, вера, atkarība, милосердие". На таких нет закона. Priekš tādām lietām nav likuma. Это плод. Tas ir augļi. Дух Святой вошёл внутрь меня. Svētais Gars ir iegājis manī. Я должен принести плод. Un man jāatnes augļus. Jēzus sacīja, pa plodām uznaiti их. Un Jēzus teica, pēc augļiem viņus pazīsti. Не потому, что ты сделал. Nevis tāpēc, ka tu izdarīji. Možda ļudi prišli k Isusu. Tāpēc, ka Jēzu atnāca pie Jēzus. И сказали, мы бесов изгоняли. Mēs ļaunos garus izdzināli. Мы больных исцеляли. Mēs slimos dziedinājām. Мы пророчествовали. Mēs pravietojām. А он говорит, отойдите от меня. Viņš saka, atejiet prom no manis. Делающие беззаконие. Kas darat netaisnību. Если беззаконники могли все это делать. Ja netaisnie varēja to visu darīt. То праведники это могут делать намного сильнее. Tad taisnie to var darīt daudz spēcīgāk. Аминь. Амен. Люди читают и говорят. Cilvēks вот лапши. Видите? Redziet. Они творили чудеса. Viņi darīja brīnumus. Иисус их отправил в ад. Un Jēzus viņus uz eli aizsūtīja. Он их не за это отправил в ад. Viņus ne par to aizsūtīja uz eli. Он их отправил в ад. Viņš aizsūtīja uz eli. Потому что они не принесли плод. Jo viņi neatnesa augli. Плод того, что Дух Святой внутри. To augli, kad ir Svētais Gars iekšienē. И эти девять плодов Духа, которые описаны Галатам 5:22. Un šie deviņi gara augļi, kas ir Galatiešiem 5:22 rakstīti. Они говорят, какой должен быть у нас характер. Tie saka, kāds ir, kādam jābūt mūsu raksturam. Это должна быть любовь. Tā jābūt mīlestībai. Это должен быть мир. Miers. Это должна быть радость. Tam jābūt priekam. Радость. Prieks. Я понимаю, что вы живете в Латвии. Es saprotu, ka jūs dzīvojat Latvijā. Но даже в Латвии можно радоваться. Pat Latvijā var priecāties. Может, Дух Святой это источник радости. Jo Svētais Gars ir prieka avots. Я понимаю, что у вас такая погода. Es saprotu, ka jums ir tāds laiks. Не очень радостная. Ne pārāk priecīgs. Но Дух Святой больше, чем погода. Bet Svētais Gars ir vairāk nekā laiks. Вы можете радоваться даже дождю. Un var priecāties par lietu. Аллилуйя. Аллилуйя. Радоваться в любом случае. Priecāties jebkurā gadījumā. Потом написано долготерпение. Воздержание. Atturība. Кротость, милосердие, жалсердība, вера, ticība. И написано, на таковых нет закона. Un ir rakstīts, ka priekš tādiem lietām nav likuma. Если я ношу в себе Святого Духа, ja es savī nesu Svēto Garu, и из-за этого мой характер изменился, un tādēļ mans raksturs ir mainījies, то мне больше не нужен закон. Tad man vairāk nav vajadzīgs likums. Почему мы в церкви не проповедуем закон? Kāpēc mēs likumu nesludinām? Потому что мы знаем, что в каждом живёт Святой Дух. Ja mēs zinām, ka katrā ir Svētais Gars, который обличает человека. Kurš pamāca cilvēku. Которому человеку дают обличение. Kas cilvēkam atklāja lietas. И человек чувствует, ah, я согрешил. Un cilvēks jūt, jā, es esmu grēkojis. Если ты не покаялся. Ja tu neesi. Ты угасил Святого Духа. Atgriezies, nožēlojis grēku. Если ты 10 раз не покаялся. Tu esi aizvainojis Svēto Garu. Дух Святой перестал с тобой разговаривать. Ja 10 reizes nenožēlo Svētais Gars pārstāj tevi. Тебе кажется, что Бог такой же, как и ты. Un tev liekas, ka Dievs tāds pats kā tu. Что толку тебе достигнуть всех высот? Ko nozīk, prieš kam tev sasniegt visas augstienas? А твой дух не спасен. Bet tavs gars nav glābs. Ты повредил своей душе. Tu esi nodarījis ļaunumu savai dvēselē. Какая польза человеку? Kāds labums ir cilvēkam? Если он всего достигнет. Ja viņš visu sasniegs. А его характер негодный. Bet viņa raksturs nekam nederīgs. Иисус скажет, ты беззаконник. Un Jēzus pateiks, tu esi netaisnais. Дерево познается по плодам. Koku pazīst pēc augļiem. Плохие плоды. Sliktie augļi. Растут на плохом дереве. Augus sliktiem kokiem. Поэтому Иисус. Tāpēc Jēzus.
хочет обратить внимание на наш характер. Тāpēc Jēzus vēlas vērst uzmanību uz mūsu raksturu. У нас был правильный характер. Lai mums būtu pareizs raksturs. Имейте те же чувствования, как и Христос. Lai jums ir tās pašas sajūtas, kas bija Kristum. Это невозможно человеку. Tas nav iespējams cilvēkam. Но это возможно Святому Духу. Bet tas ir iespējams Svētam Garam. И он поселился внутри нас. Kurš ir iemājojies mūsos. Но это только первое проявление Святого Духа. Tā ir tikai pirmā Svētā Gara izpausme. Иисус когда пошёл жить. Kad Jēzus aizgāja. Дух Святой был всегда внутри. Dzīvē viņa svētais gars bija Почему Иоанн Креститель не хотел его крестить? Kāpēc Jānis Kristītājs nevēlējās viņu крестить? Вы читали, он не хотел его крестить. Jūs lasījāt, viņš teica, ka es negribu tevi крестить. Он говорит, нет! Viņš teica, nē. Я не должен тебя крестить. Man nevajag tevi крестить. Я крещу грешников. Es крестию грешников. А ты праведник. Bet tu esi taisnais. Ты агнец. Tu esi jērs. Иоанн Креститель был пророк. Jānis Kristītājs bija pravietis. И дар различения духов распознал, что Иисус есть агнец. Un gara atpazīšanas dāvana pateica atklāja viņam, ka Jēzus ir jērs. Иоанн как пророк распознал, что он ниже Иисуса. Un Jānis kā pravietis atpazina, ka viņš ir zemāks par Jēzu. Он сказал: "Я не могу тебя крестить". Es nevaru tevi kristīt. Ты же из небесного царства. Tu esi no debes valstības. Ты тот среди которого среди нас такого нет больше, как ты. Neviena cita mūsu vidū tāda nav. Я даже не достоин развязать ремень на твоей обуви. Es nevaru pat tavu skurpju siksnes atsaitēt. А что ему сказал Иисус? Ko viņam teica Jēzus? Мне нужно исполнить правду. Man jāpiepilda taisnība. Что такое водное крещение? Kas ir ūdens kristība? Это наше посвящение. Tā ir mūsu veltīšanās. Когда я иду в воду, kad es eju ūdenī, я посвящаю свою жизнь Богу. Es veltu savu dzīvi Dievam. Но это посвящение не одноразово. Bet tas nav vienreizējs. Нам приходится каждый день посвящать жизнь Богу. Mums katru dienu ir jāvelta savu dzīvi Dievam. Каждый год посвящать жизнь Богу. Katru gadu veltīt savu dzīvi Dievam. Каждую минуту посвящать жизнь Богу. Katru minūti veltīt savu dzīvi. Мы каждый день выбираем, как нам поступать по духу или по плоти. Mēs katru dienu izvēlamies, kā rīkoties pēc miesas vai pēc gara. Каждый день мы переживаем искушение. Katru dienu mums ir kārdinājumi. Каждый день нам предлагается проявить нашу веру. Katru dienu mums ir iespēja parādīt savu ticību. И ровно от того, как я поступаю, un, no, atkarībā no tā, kā es rīkojos, это мое посвящение. Tas ir mana veltīšanās. А посвящение приносит помазание. Bet veltīšanās atnes svaidījumu. Когда Иисус пришел в синагогу, kad Jēzus atnāca uz sinagogu, он сказал, Дух Господень на мне. Viņš teica, tā Kunga gars ir uz mani. Он не сказал, что он во мне. Viņš neteica, ka viņš ir manī. В нём он был с самого начала. Viņā viņš bija no paša сказал, sākuma. Он сказал, Дух Господень на мне. Viņš teica, Svētais Gars ir uz manis. Он меня помазал. Viņš ir svaidījis mani. Если хотите на понятный язык, ja tas ir kaut kāda nesaprotama valoda, он меня сделал способным. Viņš mani darīja par spējīgu. Способным выпустить измученных на свободу. Spējīgu izlaist nomocītos uz brīvībā. Способным открыть слепые глаза. Spējīgu atvērt aklās acis. Способным исцелить души людей. Spējīgu dziedināt cilvēku dvēseles. А до этого? Bet līdz tam. А до этого я не мог. Bet līdz tam es nevarēju. Потому что не было Духа Святого на мне. Jo nebija Svētā Gara pār mani. Он был только внутри. Tas bija tikai iekšienē. Многие верующие. Daudz ticīgie. Они ошибочно считают. Viņi kļūdaini uzskata. Что через ихнюю святость. Ka caur viņu svētumu. К ним придёт помазание. Pie viņiem atnāks svētījums. Помазание не придёт через святость. Svētījums neatnāks caur svētumu. Потому что святость нам для спасения. Jo svētums mums ir uz glābšanu. Дух Святой внутри нам для спасения. Svētais Gars mums iekšienē ir uz glābšanu. А Дух Господень на мне. Bet Svētais Gars ir uz manis. Для служения. Kalpošanai. Для служения другим людям. Kalpošanai citiem cilvēkiem. И одно другое не заменяет. Un viens otru šie neaizstāja. И одно другое не отрицает. Un viens otru neatceļ. Я могу быть помазан. Es varu būt svaidīts. Могу исцелять больных. Varu dziedināt slimos. Изгонять бесов. Izdzīt ļaunos garus. И как ракета лететь в ад. Un kā raķete lidot uz elli. Когда мы видим, как падают помазанники. Kad mēs redzam, kā krīt svaidītāji. Мы говорим, как он мог? Kā tā varēja? Он же исцелял больных. Viņš izdziedināja slimos. Он же изгонял бесов. Viņš iz ļaunos garus izdzina. И в это время же был гомиком. Он тогда лайка был гомосексуалом. Как такое может быть? Как это сор быть? Это просто разное помазание. Дашчирик свайдиемс. Дух Святой, который внутри. Святой из Горского Ширекшины. Пытался формировать характер человека. Центас формировать человека характер. Но человек наплевал. Bet cilvēks nospļāvās. На все обличения, которые Дух Святой давал ему. Uz visām šīm lietām, ko Svētais Gars atklāja. Он стремился только исцелять больных. Viņš centās tikai slimos dziedināt. Изгонять бесов. Izdzīt ļaunos garus. Чтобы церковь его росла. Lai viņa draudze augtu. Это помазание, которое на тебе. Tas ir svētījums, kas ir пар. Оно сделает тебя таким большим человеком. Tas padarīja tevi par tādu lielu cilvēku. Оно сделает тебя способным.
Tā darīs tev spējīgu. Делать работу для Иисуса Христа. Veikt darbu priekš Jēzus Kristus. Но это помазание. Bet šis svaidījums. Оно не поднимет тебя в небеса. Tas neuzcels tevi debesīs. Помазание, которое внутри. Svaidījums, kurš ir iekšā. Если ты с ним сотрудничаешь. Ja tu ar viņu sadarbojies. Если ты прислушиваешься. Ja tu tajā ieklausies. Павел говорит: "Не угашайте Святого Духа". Pāvils saka: "Nenonieciniet Svēto Garu". Потому что Дух Святой. Jo Svētais Gars. Который обличает нас. Kurš mūs pamāca. Который подсказывает нам. Kurš mums pasaka priekšā. Он хочет, чтобы мы пошли в небо. Viņš grib, lai mēs ietu uz debesīm. Когда мы принимаем помазание для служения. Kad mēs pieņemam svaidījumu uz kalpošanu. Через наше посвящение. Caur mūsu veltīšanos. Чем больше я проповедую, тем помазание я проповедую. Jo vairāk es sludinu, jo svaidītāk es sludinu. Чем больше я молюсь за больных, тем помазание я молюсь за больных. Jo vairāk es lūdzu par slimajiem, jo svaidītāk es lūdzu. Чем больше даю пожертвований, тем помазание процветания больше приходит в мою жизнь. Jo vairāk es ziedoju, jo vairāk svētība atnāk manā dzīvē. Дух Святой, который на мне. Svētais Gars, kurš ir pār mani, приходит через мое посвящение. Nāk caur veltīšanos. Es sekoju kādam. Это мое посвящение. Tā ir mana veltīšanās. Елисей следовал за Илией. Элиса sekoja Elijam. Ты получил двойное помазание. Un saņēma divkāršu svaidījumu. Из-за посвящения. Jo viņš bija veltījies. Он был посвящен этой идее. Viņš bija veltījies šai idejai. Распространять небесное царство. Izplatīt debes valstību. И когда Илия спросил, что ты хочешь? Un kad Elija jautāja, ko tu vēlies? Он говорит, я хочу Святого Духа. Viņš teica, es gribu Svēto Garu, tebie, kurš ir uz tevi. Но чтоб на мне был вдвойне. Lai man būtu divkārt. Илия говорит, ты трудного просишь. Елия teica, tu daudz prasi. На самом деле быть помазанным очень трудно. Patiesībā būt svaidītam ir ļoti grūti. Быть помазанным очень сложно. Ir sarežģīti būt svaidījumam. Но возможно. Bet ir iespējams. Аминь. Если я хотел бы, чтобы вы исцелились. Я изгребат, лай вас дзединаties. И вы были бы неверующими людьми. Un jūs būtu neticīgi cilvēki. Я бы вам сказал. Es jums teiktu. Придите к Иисусу. Nāciet pie Jēzus. Он висит на кресте. Viņš ir piesists krustā. Он заплатил за грехи. Viņš samaksāja par grēkiem. Заплатил за болезни. Par slimībām. Заплатил за проклятие. Par lāstiem. Примите свой подарок. Pieņemiet savu dāvanu. Будьте исцелены. Esiet dziedināti. Но вы уже верующие. Bet jūs jau esat ticīgi. Для вас это слово не работает. Šis vārds priekš jums nedarbojas. Если бы до сих пор это слово для вас работало. Ja šis vārds priekš jums darbotos. Придите к Христу. Nāciet pie Kristus. И вы все получите. Un jūs visu saņemsiet. То вы бы не болели. Tad jums nebūtu slimības. Вы ошибочно идете к Христу. Jūs kļūdēni ejat pie Kristus. Чтобы опять получить исцеление. Lai saņemtu dziedināšanu. А Иисус говорит, вы же уже приняли Христа. Un Jēzus saka, jūs taču esat pieņēmuši jau Jēzus. Уже Дух Святой внутри вас. Svētais Gars ir jau jūsos. Для вас теперь другая истина работает. Jums cita patiesība strādā. Для вас слово о кресте, возьми свой крест и следуй за мной. Jums patiesības vārds ir, ņem savu krustu un seko man. Amen. Amen. Взять свой крест. Paņem savu krustu. Взять свое служение. Paņem savu kalpošanu. И следовать за Иисусом. Un seko Jēzum. Он говорит, кто за мной идет, kas man seko, а крест свой не взял, bet krustu man savu или потерял, Vai pazaudējis? Тот недостоин. Tas nav cienīgs. Недостоин ничего. Tas nekā nav cienīgs. Недостоин ничего все, что я сделал. Nav cienīgs tā, ko es esmu darījis. Поэтому люди тщетно пытаются исцелиться. Tāpēc cilvēki veltīgi cenšas dzīvināties. Будучи христианами. Būdami kristieši. Вам надо начать служить Богу. Jums jāsāk kalpot Dievam. Бог сказал. Dievs teica. Служите мне. Kalpojiet man. И я отвращу от вас болезни. Un es no jums novērsīšu slimības. Вы просто служите. Jūs vienkārši kalpojiet. А я отвращу. Un es novērsīšu to visu. Aleluja! Aleluja! Поэтому нам нужно помазание для служения. Tāpēc mums ir vajadzīgs svaidījums kalpošanai. Ты не можешь служить. Tu nevari kalpot. Если не будешь помазан. Ja nebūsi svaidīts. Деяния 10:26. Apostoļu darbi 10:26. 10:38. 10:36. Там написано, как Бог Духом Святым помазал Иисуса, и Он ходил и исцелял всех обладаемых дьяволом. Он ходил, благотворя, исцелял всех обладаемых дьяволом. Jēzus, viņš staigāja, un viņš dziedināja visus velna apsēstos. Деяния 10:38. 38. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. 38. Pāns, ka Dievs ar svēto garu un spēku svaidījis nācerieti Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Бог помазал Иисуса из Назарета. Jēzus svaidīja Jēzu no Nāceretes. Иисус из Назарета был рождённым свыше человеком. Jēzus no Nāceretes bija jaunpiedzimis cilvēks.
Это то, что происходит сегодня с нами. Tas ir tas, kas notiek šodien ar mums. Только он никогда не грешил. Tikai viņš nekad negrēkoja. Мы же грешили. Mēs grēkojām. Потом раскаялись. Pēc tam nožēlojām. И получили рождение свыше. Un saņēmām jaunpiedzimšanu. Иисус никогда не грешил. Jēzus nekad negrēkoja. Он сразу родился свыше. Viņš uzreiz piedzima no augšējās. Родился физически. Piedzima fiziski. И был рождён свыше. Un bija jaunpiedzimis. И все искушения, которые пришли к нему в жизнь. Un visi kārdinājumi, kas nāca pie viņa. Он ни разу не согрешил. Viņš nereiz nesagrēkoja. Потому что его кровь осталась святой. Jo viņa asinis palika svētas. И когда его прибили к кресту. Kad viņu pienagloja krustā. Пролилась его святая кровь. Излили viņa svētās asinis. И мы сегодня спасены, аллилуйя. Un mēs šodien esam glābti, аллилуйя. Но он не мог творить чудес. Bet viņš nevarēja darīt brīnumus. Пока Бог его не помазал. Kamēr Dievs viņu nesvaidīja. Но когда Бог его помазал. Kad Dievs viņu svaidīja. Он пошёл и начал творить чудеса. Viņš aizgāja un sāka darīt brīnumus. Он изгонял бесов. Izdzina ļaunās garas. Исцелял больных. Dziedināja slimos. Делал чудотворения. Darīja brīnumus. Воскрешал мёртвых. Augšām cēla miršos. Повелевал погоде. Pavēlēja laikapstākļiem. Аминь. Amen. Он творил чудеса. Viņš darīja brīnumus. Он же был дух Господень на нём. Jo tā kunga gars bija uz viņa. Знаете, что говорят некоторые христиане? Ziniet, ko saka daži kristieši? Они говорят, всё, Бог больше не исцеляет. Viss Dievs vairāk nedziedina. А если захочет сам исцелит. Un ja vēlēsies, viņš pats dziedinās. То есть они верят, что Дух Святой только внутри. Viņi tic, ka Svētais Gars ir tikai iekšēji. Главное заботиться, чтобы ты был святым. Galvenais rūpējies, lai tu būtu svēts. Конечно, это важно. Protams, tas ir svarīgi. Ты же пойдёшь в ад, если не будешь святым. Ja tu nebūsi svēts, tu iesi uz eli. Главное очищаться. Galvenais attīrīties. Конечно, это важно. Protams, tas ir svarīgi. Но как спасутся другие? Bet kā glābsies citi? Как спасутся другие? Kā glābsies citi? Если ты не помазан. Ja tu neesi svaidīts. Ведь спасает помазание. Спасает Святой Дух. Ja, jo neglāb svaidījums, bet glāb Svētais Gars. Человек не может спасти человека. Cilvēks nevar cilvēku glābt. Человека спасает помазание. Cilvēku glāb svaidījums. Я проповедую Евангелие. Es sludinu evaņģēliju. И помазание работает. Un svaidījums strādā. Аминь. Amen. Иначе зачем было Иисусу говорить: "Будьте в Иерусалиме и ждите, пока сойдёт на вас Святой Дух"? Un kādēļ tad Jēzum vajadzēja teikt, palieciet Jeruzalemē un sagaidiet, kad Svētais Gars nāks pār jums? Vai viņi jau saņēma Svēto Garu? Получили, чтобы был внутри. Viņi saņēma, lai būtu iekšienē. Мой характер это важно. Mans raksturs tas ir svarīgi. Когда жидкость в стакане, kad šķidrums traukā, она имеет ценность. Tam ir vērtība. Потому что у него есть посуда. Jo tam ir trauks. Жидкость на полу. Šķidrums uz grīdas. Ценности не имеет. Tam nav vērtības. Она больше ничего не стоит. Tas vairs nekā nemaksā. Жидкость стоит только тогда, когда она в посуде. Šķidrums maksā tikai tad, kad tas ir traukā. Но если нет посуды, bet ja nav trauka, то она ничего не стоит. Tad tas neko nemaksā. Если тебе котлету официант положит на стол, ja tev kotleti oficiants noliks uz galda, эта котлета ничего не стоит. Tā kotleta neko nemaksā. У неё нет тарелки. Tur nav šķīvja. Вот так же само. Tāpat. Мои дары Святого Духа. Мани Святая Гора даванас. Мои способности. Манас спейс. Которые дал мне Бог. Kuras devis man Dievs. Они ничего не будут стоить. Tas neko nemaksās. Если мой характер будет разрушен. Ja mans raksturs būs sabojāts. Поэтому быть святым это важно. Tāpēc būt svētam tas ir svarīgi. Но это не всё. Bet tas nav viss. Дух Святой хочет, чтобы мы ещё были способными. Svētais Gars vēlas, lai mēs būtu spējīgi. Каждый ученик Иисуса Христа должен быть способным. Katrs Kristus māceklim ir jābūt spējīgam. Он говорит: "У верующих будут сопровождать знамения". Ticīgos pavadīs zīmes. Первое. Pirmais. Будут изгонять бесов. Izdzīs ļaunos garus. Почему мы не изгоняем бесов? Kāpēc mēs neizdzinām? Мы не верим это. Mēs tam neticam. Или мы не помазаны. Vai mēs neesam svaidīti? Не хотим быть помазанными. А надо быть помазанным. Vai negribam būt svaidīti, bet jābūt svaidītam. На небе больше нет святого духа. Debesīs vairs nav Svētā Gara. Я помню, как Кеннет Хейген писал в своей книге. Es atceros, kā Kenneth Hagins rakstīja savu knygu. Я начал просить: "Бог, дай святого духа". Es prasīju Dievam: "Dievs, dod Svēto Garu". Дай мне больше святого духа. Dod man vairāk Svēto Garu. А Бог говорит: Dievs saka: "У меня нет больше святого духа". Man vairāk nav Svētā Gara. Как нет святого духа? Kā nav Svētā Gara? У меня слишком мало святого духа. Man ir pārāk maz Svētā Gara. Он говорит: "Всего святого духа я дал на землю". Visu Svēto Garu es devis uz zemi. Теперь ты должен следовать и стать помазанным. Tagad tev ir jāseko un jākļūst par svaidīto. Vai pamatīji, kad Moisejs tiesti pasavietoval izbrāt pamošnikov?
Atcerieties, kad Mozum sievas tevs ieteica izvēlēties palīgus. Ты скажешь, как мне стать помазанным? Tu prasīsi, kā man kļūt svaidītam. Бог одних поставил пасторами. Vienus nolicis par mācītājiem. Одних поставил апостолами. Citus par apostuļiem. Одних поставил евангелистами. Citus par evaņģēlistiem. Учителями. Skolotājiem. И пасторами. Un mācītājiem. И пророками. Un praviešiem. Пять служений. Piecas kalpošanas. Которые помазал. Kuras ir svaidītas. Если я хочу быть помазанным. Что мне нужно делать? Vēlos būt svaidīts. Kas man jādara? Мне нужно за кем-то следовать. Man kādam ir jāseko. Как Елисей следовал за Илией. Kā Elijs sekoja Elijam. Как ученики следовали за Иисусом. Kā mācekļi sekoja Jēzum. Помните, как он им сказал: "Идите молитесь". Atcerieties, kā viņš teica: "Ejiet un lūdziet". Чтобы господин жатвы высвободил делателей на жатву. Lai pļaujas kungs atbrī izsūta pļāvējus. Это Матфея 9 глава. Tā ir Mateja 9. Nodaļa. Я знаю, что кому-то скучно здесь. Es zinu, ka kādam ir garlaicīgi šeit. Но если вы поймете, кто такой Святой Дух, bet ja jūs sapratīsiet, kāds ir Svētais Dievs, ваша жизнь перестанет быть скучной. Jūsu dzīve pārstās būt garlaicīga. Jūsu dzīve kļūs interesanta. Ваша жизнь станет помазанной. Jūsu dzīve kļūs svaidīga. Ваша жизнь станет победоносной. Jūsu dzīve kļūs uzvaroša. Amīn! Говорит, молите господина жатвы в 9 главе. 9 нодаля текст лудзет пляю. А в 10 главе. В 10 нодаля. Он выбирает 12. Винчи извелас 12. И говорит: "Все, идите". Он ещё потец: "Эйет". Я вас выбрал. Es jūs izvēlējos. Как Иисус выбрал учеников? Ка Иисус извелаяс. Кого он выбрал из толпы? Ко винчи извелаяс но пуля. Я думаю, он выбрал самых активных. Es domāju, viņš izvēlējās visaktīvākos. Самых посвящённых. Пашус тадас, кас вэлтиюшис. Кто ему помогал? Кас виньям палідзея. Кто с ним чаще всего ходил? Kas ar viņu visbiežāk staigāja? Кто больше всего задавал вопросов? Kas visvairāk uzdeva jautājumus? Кто был в группе порядка? Kas bija kārtības? Кто больше всех давал пожертвований? Nodaļā, kas deva ziedojumus? Иисус их выбрал. Jēzus viņus izvēlējās. И потом сказал: "Идите и делайте то, что я делал". Un teica: "Ejiet un dariet, ko es daru". Больных исцеляйте. Dziediniet slimos. Мёртвых воскрешайте. Мирушос augšām. Бесов изгоняйте. Ļaunos garus izdzeniet. И ничего не перепутайте. Он неко не сеялся. Они пошли. Меня изгая. И у них всё получилось. У меня весь санаца. Почему у них получилось? Капец, у них санаца. Они же ещё не были рождены свыше. Вы не вел на вино аукшенс. 100% не были. Сим пункты не были. Ведь Иисус ещё не заплатил за грехи. Йо Иисус вел не самоксай пар грехам. Они не были рождены свыше. Вы не были аукшам. Но они были помазаны. Bet viņi bija svaidīti. И Дух Святой с ними пошёл. Un Svētais Gars gāja ar viņiem. И поэтому у них так же получилось, как у учителя. Tāpēc arī viņiem sanāca tāpat kā skolotājiem. Когда Моисей. Kad Mozus. Хотел выбрать себе команду. Gribēja izvēlēties savu komandu. Ему тесть сказал. Viņiem sievas tēvs teica. Выбери себе людей верных. Izvēlies sev uzticams cilvēks. Если хочешь, чтобы они тебе помогли. Ja gribi, lai viņi palīdz tev. Ты делаешь слишком много работы. Tu dari pārāk daudz darba. Тебе не нужно делать столько работы. Tev nevajag darīt tik daudz darba. К нему стояла очередь часами. Pie viņa stāvēja rinda stundām. Он только и делал, что разбирался с разными мелкими делами. Viņš to vien darīja kā ar dažādiem sīkumiem krāmējās. Вместо того, чтобы идти и иметь видение, он занимался мелочными делами. Tā vietā, lai ietu un saņemtu redzējumu, viņš darīja kārtoja mazas lietas. И его тесть говорит: "Выбери себе помощников". Un sievas tēvs teica: "Izvēlies palīgus". И написано: "Он выбрал себе помощников". Un rakstīts, ka viņš izvēlējās sev palīgus. Кто выбрал? Kas izvēlējās? Моисей. Mozus. И знаете, что сделал Бог? Ziniet, ko Dievs darīja? Он взял помазание Моисея, там так написано. Tur ir rakstīts, viņš paņēma Mozus svaidījumu. И раздал этим помощникам. Un sadalīja šiem palīgiem. No pamošnikov vybral Moisej. Bet palīgus izvēlējās Mozus. Līderi vybral pamošnikov. Līderis izvēlējās palīgus. Не Бог выбрал помощников. Nevis Dievs izvēlējās palīgus. Бог сделал передачу помазания. Dievs izdarīja svaidījumu nodošanu. No Moisej vybral помощников. Bet Mozus izvēlējās palīgus. Хочешь быть помазанным? Gribi būt svaidīts? Сделай так, чтобы пастор тебя выбрал. Izdari tā, lai mācītājs tevi izvēlās. Помогай в служении. Palīdzi kalpošanai. Būt aktīvam. Esi aktīvs. Молись больше всех. Lūdz vairāk. Пожертвования давай больше всех. Ревнуй о Боге больше всех. Visvairāk par Dievu esi dedzīgs. Evangelizируй всегда. Evangelizē vienmēr. Возьми ответственность на себя в церкви. Paņem atbildību uz sevis par draudzi. И пастор скажет: "Господи, помажь его". Un mācītājs teiks: "Kungs, svaidi viņu". И Бог возьмёт помазание с пастора. Un Dievs paņems svaidījumu no mācītāja. И даст тебе помазание. Un dos tev svaidījumu. У Бога больше нет помазания. Dievam vairāk nav svaidījumu. Ты можешь просить у Бога его. Tu vari Dievam prasīt to. Но все помазание на земле. Bet viss svaidījums ir uz zemes. Знаете где? Ziniet kur? На помазанниках. Uz svaidītājiem. Помазание на помазанниках. Svaidījums uz svaidītājiem. Ничего не изменилось. Nekas nav mainījies. Ходил Иисус. Staigāja Jēzus. Он был помазанник. Viņš bija svaidīts.
И у него были ученики. Viņam bija mācekļi. И они не получили помазание без Иисуса. Un viņi nesaņēma svaidījumu bez Jēzus. Им нужен был человек помазанник. Viņiem bija vajadzīgs svaidīts cilvēks. Тимофей, который был в этой ефесской церкви. Тимотейс, kurš bija šajā Efesas draudzē. Он получил помазание от Павла. Saņēma svaidījumu no Pāvila. Павел. Павелс. Не получил помазание от Иисуса. Nesaņēma svaidījumu no Jēzus. Иисус сказал: "Иди в Дамаск". Jēzus teica: "Ej uz Damasku". К тебе придёт Анания. Tur atnāks Anānija. И он за тебя помолится. Un viņš par tevi lūks. И ты примешь помазание. Un tu saņemsi svaidījumu. И Павел пришёл слепой в Дамаск. Un Pāvils atnāca aklas uz Damasku. Там жил Анания. Tur dzīvoja Anānija. И он пришёл Бог говорит: "Анания". Un tur Dievs teica: "Anānija". Там Павел молится. Tur Pāvils lūdzu. Сходи, возложи на него руки. Aizej un uzliec viņam rokas. Это мой человек. Tas ir mans cilvēks. Почему Иисус сам не передал помазание? Kāpēc Jēzus pats nedeva svaidījumu? Потому что помазания на небе больше нет. Jo svaidījumu vairāk uz debesīs nav. Оно на земле. Tas ir uz zemes. И есть правила, как приобрести помазание. Un ir noteikumi, kā iemantot svaidījumu. Ты должен за кем-то следовать. Tev ir kādam jāseko. Ты должен быть посвящённым человеком. Tev ir jābūt cilvēkam, kas ir veltīts. Тебе нужно читать много книг. Tev jālasa daudz grāmatu. Потому что это откровение помазанников. Jo tās ir atklāsmes par svaidītajiem. Люди не хотят читать книги. Cilvēki negrib lasīt grāmatas. Хотят быть помазанными. Grib būt svaidīti. Но не хотят читать книги. Bet negrib lasīt grāmatas. Откуда ты возьмёшь помазание? Kur tu dabūsi svaidījumu? Люди по 20 лет молятся и ждут, когда Бог их помажет. Cilvēki lūdz pa 20 gadiem un gaida, kad Dievs viņus svaidīs. И сидят в своих проблемах. Он сеешь свои проблемы. Вместо того, чтобы служить всему миру. Та вета, лай калпот висай пасалай. Они не могут служить всему миру. Вы не невар калпот висай пасалай. Потому что они помазаны. Йо нам свайдити. Поэтому, когда ты помазан. Kad tu esi svaidīts. Ты больше не будешь думать о своих проблемах. Tu vairs nedomās par savām problēmām. Потому что твои проблемы будет решать Бог. Йо тавас проблемы срисинас Он говорит, я отвращу от вас болезни. Es novērsīšu no jums slimības. Это не только физические болезни. Tas nav tikai fiziskas slimības. Если я служу Богу. Ja es kalpoju Dievam. Я помазан, поэтому я служу Богу. Es esmu svaidīts, tādēļ es kalpoju Dievam. Если я не помазан, я не могу служить Богу. Ja es neesmu svaidīts, es nevaru kalpot Dievam. Но если я помазан. Bet ja es esmu svaidīts. Я могу служить Богу. Es varu kalpot Dievam. А Бог говорит, я отвращу от тебя болезни. Un Dievs saka, es novērsīšu slimības no tevis. У тебя финансы болеют. Tev finanses slimo. Он говорит, я отвращу от тебя долги. Es novērsīšu no tevis visu. У тебя семья больная? Parādus. Я отвращу от тебя развод. Tev ģimenē slimo, es novērsīšu tev šķiršanos. У тебя тело больное? Tev ķermenis slims. Я отвращу от тебя немощи. Es vājumu novērsīšu no tevis. У тебя душа больная? Tev dvēseles slimo. Эмоции больные? Эмоциис. Я отвращу от тебя депрессию. Es no tevis depresiju novērsīšu. Служите Господу. Kalpojiet Dievam. Я благословлю вас. Es jūs svētīšu. И отвращу от вас болезни. Un novērsīšu no jums slimību. Но как мне служить? Bet kā man kalpot? Ты не можешь служить без помазания. Tu nevari kalpot bez svaidījuma. Если сам Иисус Христос не мог этого делать. Pats Jēzus Kristus to nevarēja darīt. Наш учитель не мог этого делать. Mūsu skolotājs to nevarēja darīt. Он ждал, когда на него сойдёт Дух Святой. Viņš gaidīja, kad par viņu nonāks Svētais Gars. И когда появился этот момент. Un kad parādījās šis moments. Принять помазание. Saņemt svaidījumu. От кого? No kā? От Иоанна Крестителя. No Jāņa Kristītāja. Он принял помазание. Viņš saņēma svaidījumu. От своего двоюродного брата. No savu brālēna. Хотя его двоюродный брат. Kaut gan viņa brālēns. Был меньше Иисуса. Bija zemāks par Jēzu. Иисус сказал о нём. Jēzus teica par viņu. Вы видели Иоанна Крестителя? Jūs redzējāt Jāņa Kristītāju? Это самый великий человек. Tas ir pats lielākais cilvēks. Нет никого, кто бы был больше Иоанна Крестителя. Nav neviena, kas būtu lielāks par Jāņa Kristītāju. Он же не совершил ни одного чуда. Viņš taču nav darījis nevienu brīnumu. Он не совершил ни одного чуда. Viņš nedarīja nevienu brīnumu. Он не воскресил ни одного мёртвого. Viņš nav augšām cēlis nevienu mirušo. Он не обладал чудотворением. Viņam nebija brīnumu darīšanas dāvana. Моисей сотворил столько чудес. Мозес darīja daudz brīnumu. Илия сотворил столько чудес. Элия darīja daudz brīnumu. Елисей в два раза больше Илии сотворил чудес. Элиис darīja divreiz vairāk brīnumu. А Иисус говорит: Bet Jēzus saka, Посмотрите на Иоанна Крестителя. Paskatieties uz Jāņa Kristītāju. Это самый великий человек. Tas ir pats lielākais cilvēks. А в чём его величие? Kur ir viņa lielums? Его величие в его послании. Viņa lielums ir viņa vēstī. И знаете, какое было послание у пророков? Ziniet, kāds bija vēsts praviešiem? Когда-то придёт Иисус. Ka atnāks Jēzus. Когда-то придёт Мессия. Kad kādreiz atnāks Jēzus. Он спасёт всех людей. Viņš izglābs visus cilvēkus. Когда пришёл Иоанн Креститель. Kad atnāca Jānis Kristītājs. Его послание отличалось от пророков. Viņa vēsts atšķirās no praviešiem. Он сказал, он уже среди нас. Viņš teica, viņš jau ir mūsu vidū. Но потом Иисус добавил. Bet tad Jēzus piemetināja. Jānis Kristītājs самый великий. Jānis Kristītājs ir lielākais. Но вы. Bet jūs.
самые маленькие в небесном царстве. Bet jūs esat paši mazākie Dieva valstī. Больше его. Esat lielāki par viņu. Почему мы больше? Kāpēc mēs esam lielāki? К нам не идёт вся страна Иорданская. Mums pie mums nenāk visa Jordānas valsts. Потому что наше послание больше, чем послание Иоанна Крестителя. Jo mūsu vēsts ir lielāka nekā Jāņa Kristītāja vēsts. Jānis Kristītājs сказал, что Иисус среди нас. Jānis Kristītājs teica, ka Jēzus ir mūsu vidū. А мы сегодня проповедуем, что Христос внутри нас. Mēs šodien sludinām, ka Kristus ir mūsu. Это самое мощное послание. Un tas ir pats spēcīgākais vēstījums. Pats lielākais noslēpums. Kristus mūsos. Поэтому тебе надо дорожить. Tāpēc ar to vajag novērtēt. Но не забывать. Bet neaizmirst. Я не могу служить людям. Es nevaru kalpot cilvēkiem. Пока нет Духа Святого на мне. Kamēr nav Svētā Gara pār mani. Вы же заметили? Jūs pamanījāt? Что все помазаны по-разному. Ka visi ir svaidīti pat dažādā. Одни проповедуют. Vieni sludina. Люди спасаются. Cilvēki glābjas. Исцеляются. Dziedinās. Бесы выходят. Ļaunie gari iziet. У кого-то мёртвые воскресают. Kādam mirušie ceļās. У кого-то церковь 10,000 человек. Kādam draudze 10,000 cilvēku. А кто тоже проповедует? Kāds arī sludina. Только никто не слушает. Tikai neviens neklausās. Никто не исцеляется. Neviens nedziedinās. Бесы не выходят. Ļaunie gari neiziet. Ничего не получается. Un nekas nesanāk. Я вам скажу, в чём разница. Es pateikšu, kur ir atšķirība. Не в праведности. Nevis svētumā. В помазании. Svaidījumā. Помните, когда Петр с Яном исцелили человека? Atcerieties, kad Pēters ar Jānu dziedināja cilvēku. Почему я говорю, что Петр исцелил человека? Kāpēc es saku, ka Pēters dziedināja cilvēku? Может, на самом деле Петр исцелил человека? Jo Pēters dziedināja cilvēku. Он увидел калеку. Viņš ieraudzīja. И сказал, посмотри на нас. Кропли, un teica, skaties uz mums. И потом говорит, что имею, то даю. Kas man ir, to es dodu. То есть Петр дал ему исцеление. Pēters deva viņam dziedināšanu. Там не было Иисуса. Tur nebija Jēzus. Там не было Бога. Tur nebija Dieva. Он говорит, посмотри на нас. Paskaties uz mums. Что имею? Kas man ir? То даю. To es dodu. Ты можешь дать только то, что имеешь. Tu vari iedot tikai to, kas tev ir. Ты не можешь дать того, чего не имеешь. Tu nevari iedot to, kā tev nav. Ты можешь дать только то, что имеешь. Tu vari iedot tikai to, kas tev ir. Ты не можешь рассказать то, чего не знаешь. Tu nevari izstāstīt to, ko tu nezini. Ты не можешь говорить то, чего нет внутри тебя. Tu nevari runāt to, kā nav tevī. Но когда внутри тебя исцеление. Kad tevī iekšēnē ir dziedināšana. Ты говоришь, я даю тебе исцеление. Tu saki, es dodu tev dziedināšanu. Возьми исцеление. Pieņem dziedināšanu. И он исцелился. Un tas dziedinājās. И когда их окружили люди, kad viņus apstāja cilvēki apkārt. И спросили, какой силой вы это сделали. Ar kādu spēku jūs to darījāt? То Петр сказал. Pēteris teica. Это не наша праведность это сделала. Tā nav mūsu taisnums, mūsu svētums, kas to darīja. Это не наша праведность. Tā nav mūsu, tas nav mūsu svētums. Это не наша праведность. Tā nav mūsu svētums. Это значит, какой бы ты ни был святой. Tas nozīmē, lai cik svēts tu arī nebūtu. Если ты не помазан. Ja tu neesi svaidīts. Ты не сможешь служить Богу. Tu nevarēsi kalpot Dievam. Ты продолжаешь идти в небеса. Tu turpini iet uz debesīm. Потому что внутри тебя Святой Дух. Jo tevī ir Svētais Gars. Ты в искушения проходишь. Tu izeji cauri kārdinājumu. Ты освящаешься. Tu attīries. Но ты никого не спасаешь. Bet tu nevienu neglābi. Ты не являешь Христа людям. Tu neparādi Kristu cilvēkiem. Потому что не помазан. Tāpēc, ka neesi svaidīts. Поэтому надо устремиться к помазанию. Tāpēc jācenšas iegūt šo svaidījumu. Kenneth Hagin и Derek Prince умерли в один год. Kenneth Hagin un Derek Prince, viņi nomira vienā даже gadā. Даже в один месяц. Pat vienā mēnesī. Это был сентябрь 2001 года. 2001. Gada septembris. В разнице где-то 2 недели. Laika ziņa atšķirība bija 2 nedēļas. Я помню, когда я прочитал, что они умерли. Kad es izlasīju, ka viņi ir nomiruši. Я понял, то помазание, которое было на них. Es sapratu, ka tas svaidījums, kas bija uz viņiem. Теперь освободилось. Tas tagad ir brīvs. Как помазание Илии освободилось. Tas ir kā Elijas svaidījums. Его взял Елисей. Un to paņēma Elīsa. Я говорю, Господи. Es teicu, Dievs. Как мне взять помазание Кеннета Хейгена? Kā man paņemt Kenneta Hagena? И помазание Дерека Принца. Un Дерека Принца svaidījumu. Знаете, что Дух Святой сказал? Ziniet, ko Svētais Gars teica? Прочитай их книги. Izlasi viņa grāmatas. Хочешь быть помазан? Gribi būt svaidīts. Прочитай книги. Izlasi grāmatas. Я купил все книги Кеннета Хейгена. Es nopirku visas Kenneta Hagena grāmatas. Все, которые есть на русском языке. Visas, kas ir krievu valodā. Я приобрел все книги Дерека Принца, которые есть на русском языке. Visas krievu valodā Дерека Принца grāmatas. Я прослушал все его учения. Visas viņu mācības. Я купил все книги Лестера Самрала, которые есть на русском языке. Visas Лестера Самрала grāmatas es nopirku. И у меня огромная библиотека. Man ir milzīga bibliotēka. Потому что я хочу быть помазан. Jo es gribu būt svaidīts. Буквы, которые они написали. Burti, kurus viņi ir rakstījuši. Это их откровение. Tās ir viņu atklāsmes. Их не свидетельство. Tās tie ir viņu liecības. Откровение и свидетельство помазаны.
Un atklāsme un liecības tās ir svaidītas. Svoju svidetelstvo. Ja tu stāstīsi savu liecību, pat ja tā ir veca sena, на него будет приходить помазание. Par to nāks svaidījums. Если ты будешь рассказывать о своем исцелении. Ja tu stāstīsi par savu dziedināšanu. Или об исцелении какого-то человека. Vai par kādu citu cilvēku dziedināšanu. На это свидетельство, на этот звук будет приходить помазание. Uz šo skaņu atnāks svaidījums. Поэтому я решил читать книги. Tāpēc es nolēmu lasīt grāmatas. Я могу теперь учить. Un es tagad varu mācīt. Я могу проповедовать. Es varu Я могу исполнять разные функции в теле Христовом. Es varu dažādas funkcijas pildīt Kristus miesā. Когда мне Бог сказал писать книги. Kad Dievs man teica rakstīt grāmatas. Я не умею этого делать. Es teicu, es nemāku to darīt. Говорит, тебе не надо уметь. Tev nevajag to mācīt. Помазание будет это делать. Svaidījums to darīs. Я написал 10 книг. Es uzrakstīju 10 grāmatas. Если захотите, можете сегодня приобрести. Ja jūs vēlaties, jūs varat tās iegādāties. Всю коллекцию моих книг. Visu manu grāmatu kolekciju. Но это не я их написал. Bet ne es viņus rakstīju. Это Дух Святой, который на мне. Tas ir Svētais Gars, kas ir uz manis. Он это сделал. Viņš to darīja. И самое интересное. Pats interesantākais. Что люди их читают. Kad cilvēki tās lasa. Когда я писал первую книгу. Kad es rakstīju pirmo grāmatu. У меня был страх. Man bija bailes. А вдруг она никому не нужна будет? Bet ja nu nevienam to grāmatu nevajadzēs? Вдруг никто не захочет мою книгу? Ja neviens negribēs manu grāmatu. Я был удивлен, что все хотят мою книгу. Un es biju pārsteigts, ka cilvēki grib manu grāmatu. Я продал первые 10 000 книг. Es pārdevu pirmās 10 000 grāmatas. И напечатал еще 10. Un nodrukāju vēl 10. Сейчас я продал 200 000 книг. Tagad esmu pārdevis 200 000 grāmatas. Их перевели на несколько языков. Tās ir iztulkojuši vairākās valodās. Но это не я. Bet tas neesmu es. Это помазание. Tas ir svaidījums. Kenneth Hagin продал 54 миллиона книг. Kenneth Hagins pārdeva 54 miljonus grāmatas. Kad es čitāju viņa knīgi. Kad es lasu viņa grāmatas. Ja vieru. Es ticu. Što jau pamazanie būt na mne. Ka viņa svaidījums būs par mani. I однажды я скажу, что я продал 50 миллионов книг. Un vienu dienu es pateikšu, ka 50 miljonus grāmatas pārdevis. Amen. Kad я увидел человека, который исцеляет больных. Kad es redzēju cilvēku, kurš dziedina slimos. Я за ним последовал. Es sekoju viņam. Последовал его учению. Sekoju viņa mācībai. Последовал его свидетельству. Sekoju viņa liecībai. Kad мы увидели пастора самой большой церкви в мире, пастора Нгичо. Kad mēs ieraudzījām vislielākās draudzes mācītāju, mācītāju Нгичо, mēs sekojām viņam. И все, что он делал в своей жизни, начали делать мы. Un tas, ko viņš darīja savā dzīvē, mēs sākām darīt. И он собирает на стадионах молитвы каждый год. Un viņš katru gadu stadionos savāc cilvēkus. И мы решили собирать молитвы на стадионах каждый год. Un mēs katru gadu nolēmām savākt cilvēkus uz lūkšanu. Pirmā molitva это было 3000 человек. Pirmā lūkšana bija 3000 cilvēku. Потом это стало 5000 человек. Pēc tam bija 5000. Но 2 мая мы собрали 20 000 человек. Un 2. Maijā sanāca 20 000 cilvēku. Церковь новое поколение в Украине. Tā draudze jaunā paudze Ukrainā. И 5000 человек примирились с Богом на этом стадионе. Tūkstoši cilvēku очень многие исцелились. Pieņēma Dievu, ļoti daudz dziedinājās. Потому что мы последовали. Jo mēs sekojām. Нам нужно помазание. Mums vajadzīgs svaidījums. Помазание на людях. Svaidījums uz cilvēkiem. На помазанниках. Uz svaidītājiem. Поэтому я выбрал человека и последовал. Tāpēc es izvēlējos cilvēku un sekoju. Когда я познакомился с епископом Даг Хьюгард Миллс. Kad es iepazinos ar Dagu Hjordu Mills. Мы поехали к нему в Гану. Un mēs aizbraucam uz У него 2000 церквей. Viņam Ganu. Viņam 2000 draudzes. 100 000 человек в собрании. 100 000 cilvēku. Он проводит каждый месяц крусейд. Katru mēnesi viņam krusēts. На котором 500 000 человек, 200 000 человек. Kurā ir 200 000, 500 000 cilvēku. Я говорю, мне нужно такое помазание. Man vajadzīgs tāds svaidījums. Я буду сеять в это помазание. Es sēšu tajā svaidījumā. Я буду следовать за этим помазанием. Es sekošu šim svaidījumam. И вот 2 года назад. Un 2 gadus atpakaļ. Меня назначили епископом. Mani nozīmēja par biskupu. Микроепископ. Микробископс. Дали мне 12 церквей. Iedeva man 12 draudzes. Сегодня у меня 60 церквей. Šodien man ir 60 draudzes. Не потому что я. Nevis tāpēc, ka es. А потому что помазание. Tāpēc, ka svaidījums. Я последовал. Es sekoju. К концу года у меня будет 100 церквей. Līdz gada beigām man būs 100 draudzes. Потому что я последовал. Jo es sekoju. Это не я работаю. Ne es strādāju. Павел говорит, я хорошо потрудился. Pāvils saka, es labi pastrādāju. Впрочем, я понимаю, что это не я. Es saprotu, ka tas neesmu es. Это благодать, которая на мне пребывает. Tas ir tā ir žēlstība, kas ir uz manis. Это помазание, которое на мне пребывает. Tas ir svaidījums, kas ir par mani. Поэтому я верю. Tāpēc es ticu. Когда вы пришли в это собрание. Kad jūs atnācāt uz šo sapulci. Чтобы слушать меня. Lai dzirdētu mani. Вы открыты принимать помазание, которое на мне. Jūs esat atvērti saņemt svaidījumu, kas ir uz manis. Аллилуйя. Аллилуйя.
И третье проявление Святого Духа. Un trešā Svētā Gara izpausme. Первое это Дух Святой внутри. Pirmais tas ir Svētais Gars iekšēnē. Чтобы мы пошли в небеса. Lai mēs ietu uz debesīm. Он помогает нам стать святыми. Viņš palīdz mums kļūt svētiem. Второе Дух Святой на мне. Otrais ir Svētais Gars pār mums. Дух Господень на мне. Tā Kunga Gars ir uz manis. Это чтобы я стал способным служить Богу. Lai es būtu spējīgs kalpot Dievam. И есть третье проявление Святого Духа. Un trešā izpausme Svētā Gara. Это атмосфера. Tā ir atmosfēra. Или облако. Jeb mākonis. Efesiem 5:17. Efeziešiem 5:17. Там написано. Tur ir teikts. Не упивайтесь вином, от которого распутство. Neapreibināties ar vīnu, no kura nāk izlaidīga dzīve. Духом. Bet piepildieties ar garu. Зачем? Мы же помазаны. Prieš kam? Jūs taču esat svētīti. И Дух Святой уже внутри. Un Svētais Gars sevi ir iekšēnē. Павел говорит, нет. Павел saka, nē. Есть еще третье проявление Святого Духа. Ir vēl trešais Svētā Gara izpausmes veids. Исполнение Святым Духом. Piepildīšanās ar Svēto Garu. Или когда человек попадает в атмосферу Святого Духа. Jeb, kad cilvēks nokļūst Svētā Gara atmosfērā. Деяния 4:31. Apostoļu darbi 4:31. Когда Петра и Иоанна побили. Kad Pēteri un Jāni piekāva. И они пришли в собрание. Un viņi atnāca uz sapulci. И они были в радости. Un viņi bija priekā. Что их побили? Ka viņus piekāva. Как можно радоваться, если тебя побили? Kā var priecāties, ka tevi piekāva? Люди радуются, когда их побили за Христа. Cilvēki priecājas, kad viņus не потому, что им нравится получать. Piekāva par Kristus vārdu, bet nevis tāpēc, а потому, ka viņiem patīk. А потому, что они знают, из-за этого растёт помазание. Jo viņi zin, ka dēļ tā aug svaidījums. Помните, как сказал Иисус? Atcerieties, teica Jēzus. Если вы войдёте в какой дом, ja ieiesiet kādā namā, говорите мир дому сему. Sakiet mier šim namam. Если дом достоин, ja nams ir cienīgs, то мир придёт в этот дом. Tad miers atnāks šajā namā. И они будут спасены. Un viņi būs glābti. А если дом недостоин, ja nams nav cienīgs, то мир ваш к вам возвратится. Tad miers atgriezīsies pie jums. Это значит. Tas nozīmē. У меня есть помазание. Man ir svaidījums. Я хочу спасать людей. Es гребу глав цела. Если человек говорит да, ja cilvēks saka jā, то есть соглашается со мной. Tātad piekrīt man. То моё помазание сходит на человека. Tad mans svētījums nonāk par cilvēku. И человек становится спасённым. Cilvēks kļūst glābts. Но у меня ж не ушло всё помазание. Man vai tad aizgāja viss svētījums? Оно разделилось, когда я служу. Tas dalījās, kad es kalpoju. А если человек сказал нет. Ja cilvēks pateica nē. Я из-за этого огорчаюсь. Es no tā sarūktinos. А если человек тебя побил. Ja cilvēks tevi piekauj. Kā ты пытался ему донести Евангелие. Если ты par to, ka tu viņam centies evaņģēliju sludināt. Мы огорчаемся. Mēs sarūktinamies. А надо радоваться. Bet vajag priecāties. Потому что в этот момент. Jo tajā brīdī. Твое помазание удвоилось. Tavs svētījums divkāršojās. Я это понял. Es to sapratu. Потому что я не пастор. Jo es neesmu nemācīts. Это моя вторая функция быть пастором. Tā ir mana otra funkcija. Вначале я был евангелист. Sākumā es biju evaņģēlists. Я собирал людей в палатке. Es savācu cilvēkus. И там не были только церковники. Un tur bija ne tikai draudži. Tur приходили все подряд. Tur nāca visi pa kārtai. И мне иногда было трудно проповедовать. Man dažreiz bija grūti sludināt. Когда я пошёл в тюрьму проповедовать. Kad es aizgāju uz cietumu sludināt. Мне было там трудно проповедовать. Man tur bija grūti sludināt. Люди не хотели принимать Евангелие. Cilvēki nevēlējās pieņemt evaņģēliju. И я понял, почему я стал прогрессивнее, чем все остальные другие пастора. Un es sapratu, kādēļ es biju со мной росли. Progresīvāks par citiem mācītājiem, kas kopā ar mani mācās. Которые со мной слушают одно и то же учение. Kas kopā ar manīm klausās vienu un to pašu mācību. Которые могут быть даже талантливее и умнее, чем я. Kuri varbūt iespējams ir pat talantīgāki un gudrāki. Я вычислил секрет роста помазания. Es esmu šī svaidījuma noslēpumu izskaidrojis. Я должен проповедовать не только удобным людям. Es man tikai jāsludina ne tikai ērtiem cilvēkiem, draudzei. Вы все пришли? Jūs visi atnācāt? Потому что вы хотите меня послушать. Jo jūs vēlaties mani dzirdēt. Моё помазание здесь не растёт. Mans svaidījums šeit neaug. Абсолютно не растёт. Nemaz neaug. Потому что вы хотите меня слушать. Jo jūs vēlaties mani dzirdēt. И эти слова из меня просто текут как вода. Un šie vārdi no manis tek kā ūdens. Но если я пропаду в тюрьме. Kad es sludinu cietumā. Где не хотят меня слушать. Kur negrib mani dzirdēt. Вот там моё помазание растёт. Tur mans svaidījums aug. Потому что я работаю там, где трудно. Jo es strādāju tur, kur ir grūti. И помазание начинает возрастать. Un svaidījums sāk augt. Поэтому ученики радовались. Tāpēc мацакли приецаяс. Что их проповедь не приняли. Ka viņu sludināšanu nepieņēma. Vēl piekāva. Они вернулись в радости. Viņi atgriezās priekā. И говорят, братья.
Брали. Нас побили. Мус пекава. Давайте будем молиться. Луксин. О чем они молились? Парковини лудза. Они не просили смерти этим людям. Винь не лудза пар нави тем человекам. Они просили смелость. Винь лудза другасми. Проповедовать еще больше. Вел вайрак слудина. Они сказали, Господи. Винь тейца. Зачем мятутся народы? Кунгс, капец шис тотас. Зачем они замышляют тщетное? Капец винь иеплану. Восстали на помазанника твоего. Sacīļās pret tavu svētīto. Dai nam smielest propavēdvat tvoju slovo na vsakam mēsē. Dod mums drosmi pasludināt tavu vārdu jebkurā vietā. I šo tam slučilось? Un kas tur notika? Napisana sila Božja ударila v eto mēsto. Un rakstīts, ka Dieva spēks iesit. I oni vse ispolnili svetim duhom. Viņi piepildies ar svēto garu. I načali gavarīt slovo Božje s dirznavieniem. Un sāka runāt Dievu vārdu ar deksmi. To jest образовалась атмосфера. Tātad izveidojas atmosfēra, в которой они начали говорить. Kurā viņi sāka runāt. И пятая глава Деяния апостолов. Un piektā nodaļa apostoļu darbos. Отличается от первых четырёх. Atšķirās no pirmajām četrām. Потому что церковь вошла в сверхъестественное служение. Jo draudze iegāja pārdabiskā kalpošanā. В церкви больше никто не мог соврать. Draudzē neviens vairs nevarēja samelot. Помните первая Анания с Сапфирой? Анания ar Сапфиру. Они пришли наврать. Viņi atnāca un mēģināja melot. Причём Пётр не сказал, зачем вы мне врёте? Пётрs neteica, kāpēc jūs melojat man? Он сказал, зачем вы Святому Духу врёте? Kāpēc jūs Svētajam Garam melojat? Я не умерли. Un viņi nomira. Потом тень Петра исцеляла больных. Pēc tam Pētera ēna tā dziedināja slimos. Потом написано, церковь была в любви у всего народа. Un pēc tam rakstīts, ka draudze bija iemīlēta visā tautā. И никто посторонний не мог к ней пристать. Un neviens nepiedarošs nevarēja tai. Ни один шпион не мог усидеть в собрании. Neviens spieks nevarēja sapulcē nosēdēt. Почему? Kāpēc? Потому что они это пророчествовали. Jo viņi to pravietoja. В атмосфере Святого Духа. Svētā gara atmosfērā. Если вы хотите, чтобы ваше исповедание работало. Jūs gribat, lai jūsu izteiktais strādā. То вы должны его делать не просто так. Tad jums tas ir jādara nevienkārši tāpat. В присутствии Святого Духа. Bet Svētā Gara klātbūtnē. Если вы это делаете просто так. Jūs to darat vienkārši tāpat. Не заботьтесь о том, чтобы попасть в присутствие. Nerūpējoties par to, lai nokļūtu klātbūtnē. Tas nedarbosies. Ваши слова будут на ветер. Tu jūsu vārdi būs Вы же заметили, что Бог не реагирует на все слова? Dievs nereaģē uz visiem vārdiem. И вообще слава Богу, что он не реагирует на все. Un slava Dievam, ka viņš nereaģē uz visiem vārdiem. Если бы он реагировал на все наши слова, ja viņš reaģētu uz visiem mūsu vārdiem, то нас бы уже не было давно. Tad mums jau sen vairs nebūtu. Правда или нет? Vai ne tā? Мы имели неосторожность говорить неправильные фразы. Mums ir bijušas neuzmanība izteikt. Но Бог не реагирует на все слова. Bet Dievs nereaģē uz visiem vārdiem. Но однажды он сказал Израилю. Bet vienreiz viņš teica Izraēlam. Все, что вы скажете вслух в моем присутствии, то я вам и сделаю. Visu, ko jūs teiksiet skaļi manā klātbūtnē, to es jums arī darīšu. Где? В присутствии. Kur klātbūtnē? При мне. Manā klātbūtnē. Все, что вы скажете. Visu, ko jūs teiksiet. То я вам и сделаю. To es jums darīšu. Я понял один секрет. Un es sapratu vienu noslēpumu. Es kādreiz to nesapratu. Я раньше, может быть, об этом догадывался. Kādreiz es varbūt es to... Но я просто исповедовал. Es apliecināju. И ничего не происходило. Un nekas nenotika. Но потом я понял. Bet pēc tam es sapratu. Не надо просто исповедовать. Nevajag vienkārši apliecināt. Надо попасть в атмосферу Святого Духа. Vajag Svētā Gara klātbūtnē iekļūt. И там говорить. Un tur runāt. Потому что Бог все так творил. Jo visu Dievs tā radīja. Он есть Бог. Viņš ir Dievs. То есть способный. Tātad spējīgs. Зачем Иисусу было ночами проводить в присутствии Святого Духа? Kāpēc Jēzum vajadzēja sākumā pavadīt laiku Svētā Gara klātbūtnē? Его молитвы об исцелении были короткие. Viņa lūkšanas par dziedināšanu bija īsas. Он как будто приказ отдавал. Viņš kādam pavēles iedeva. Очистись. Attīries. Прозри. To predzīgs. Исцелись. Dziedinies. Вставай. Celies. Ходи. Staigā. Услышь. Dzirdi. Он никогда долго не молился за исцеление. Viņš nekad ilgi nelūdz par dziedināšanu. Он просто давал приказы и все. Viņš deva pavēles un viss. Но ночами. Bet naktīs. Он проводил ночи в общении с Богом. Bet naktīs viņš pavadīja sadraudzībā ar Dievu. Чтобы сотворить эту возможность. Lai radītu šo iespēju. Потом отдавать приказы. Pēc tam atdot pavēles. И он говорит, я ничего не делаю сам от себя. Un viņš saka, es neko nedaru pats no sevis. Все, что видел у отца. Visu, ko redzēju pie tēva. То и делаю. To arī daru. И он никогда не ошибался. Un viņš nekad nekļūdījās. Потому что в присутствии Божьем. Jo Dieva klātbūtnē. Это атмосфера для сотворения.
Tā ir atmosfēra radīšanai. Jēzus сказал. Jēzus teica: "Мои слова Mani vārdi это дух и жизнь. Tas ir gars un dzīvība. Дух и жизнь. Gars un dzīvība. Это помазание. Tas ir svaidījums. И судьба. Un liktenis. Мои слова Mani vārdi присутствие Божье. Dieva klātbūtnē. Это судьба. Tas ir liktenis. Я могу сотворить свою судьбу. Es varu radīt savu likteni. Узнать её у Бога. Uzzināt to no Dieva. Мы все знаем, что Бог приготовил для нас самое лучшее. Mēs zinām, ka Dievs ir radījis mums visu pašu labāko. Многие люди знают, что у них большое служение. Daudz cilvēku zina, ka viņiem liela kalpošana. Но они никак не могут попасть в это служение. Bet viņi nekā nevar iekļūt šajā kalpošanā. Для того, чтобы туда попасть. Lai tur iekļūtu. Ты его можешь сотворить. Tu vari to radīt. Вся материя на земле. Visa matērija uz zemes. Сотворена звуком. Ir radīta ar skaņas palīdzību. Это звук сказал Бог. Šo skaņu teica Dievs. Бог стал способным это делать. Dievs kļuva spējīgs to darīt. Потом он был в своей славе. Pēc tam viņš bija savā slavā. Он не может говорить слова без своего присутствия. Viņš nevar izteikt vārdus bez Поэтому savas klātbūtnes. Он ищет поклонников. Tāpēc viņš meklē pielūdzējus. Которые бы поклонялись ему. Kuri pielūdz viņu. Потому что именно поклонники. Jo tieši pielūdzēji. Создают атмосферу. Рада атмосферу. Атмосферу Святого Духа. Святая гора атмосфера. Вы заметили, когда мы поклоняемся? Меняется атмосфера. Ну, когда мы пелудзам, майнас атмосфера. Мы вдруг начинаем ощущать Бога. Мы сакам союз Диеву. Вот в этом присутствии. Шея кладбутная. Ты можешь творить. Тувари радить. Вот почему я говорю, кто-то исцелен. Es saku, kādam и человек становится здоровым. Un cilvēks kļūst vesels. Я помню, это было много лет назад. Tas bija daudz gadus atpakaļ, es atceros. В 2007 году. 2007. Gadā. Я был в Иерусалиме. Es biju Jeruzalemē. У одного моего друга застрелили сына. Vienam manam draugam nošāva dēlu. Ему стрельнули в голову. Galvā iešāva. 18 лет парню было. 18 gadi puisim bija. Ему из обреза стрельнули в височную часть головы. Viņam no paštaisītas šautenes iešāva galvā. 20 сантиметров. No 20 cm. Ему разнесли пол головы. Pusgalva, nu, nu vienkārši... Он чудом остался жив. Viņš brīnumainā kārtā palika dzīves. Bet viņš bija komā. 15 dienas. 15 dienas. 15 dienas не приходил в себя. 15 dienas nenāca pie samaņas. И врачи сказали, он не может прийти в себя. Un ārsti teica, viņš nevar nākt pie sevis. Когда ему сделали томограмму. Kad viņam tomogrammu iztaisīja. Они на снимке увидели 27 свинцовых кусочков внутри головы. Viņam ieraudzīja 27 gabaliņus, svina gabaliņus galvā. И они сказали, его нельзя оперировать. Un viņa teica, viņu nevar operēt. Никто не может разрезать мозг, чтобы человек остался живой. Neviens nevar sagriezt smadzenes, lai cilvēks palikt dzīvs. Они сказали, 27 свинцовых шариков в голове. 27 svina lodes ir smadzenes. И вот 15 января. 15 января. 14. 14. 2007 года. 2000. Я был в Иерусалиме. Gadā, я пришел к стене плача. Es biju Jeruzalemē, там, где всегда люди draugi. Молятся, всегда люди молятся. Tur, kur всегда cilvēki, люди молятся. Vienmēr cilvēki lūdz. Там атмосфера. Tur ir atmosfēra. Может, там всегда люди молятся. Jo tur vienmēr cilvēki lūdz. Я в этой атмосфере. Un es šajā atmosfērā. Сказал, чтобы весь свинец исчез. Un es pavēlēju, lai viss svins pazūd. И чтобы этот парень вернулся. Un lai šis puisis atgriežas. В этот же момент. Tajā pašā brīdī. Этот парень открыл глаза. Tas puisis atvēra acis. Он находился в Красноярске. Tas bija Krasnojarskā. 5000 km. 5000 km. Для присутствия Божьего. Dieva klātbūtnē. И для слова Божьего нету километров. Dieva vārdam nav kilometru. Amen. Amen. Я ему сказал прийти в себя. Es viņam teicu, nāc pie samaņas. И он в этот момент пришел в себя. Viņš tajā brīdī nāc pie samaņas. Когда врачи сделали ему снимок. Kad ārsti izdarīja viņam не было ни одного свинцового кусочка. Nebija nevienas svina gabaliņa. Знаете, что с ним потом случилось? Он отучился в медицинской академии. Viņš izmācījās medicīnas akadēmijā. Когда его стрельнули, он был на первом курсе. Kad viņam iešāva, viņš bija pirmajā kursā. Он отучился в медицинской академии 7 лет. Viņš 7 gadus pabeidza медицинскую академию. И сейчас работает стоматологом. Un tagad runā, strādā par stomatologu. Занимается спортом. Nodarbojas ar sportu. Боксом. Ar boksu. С простреленной головой. Ar caurshot galvu. Звук. Skaņa. Сказанный в присутствии Духа Святого. Kas ir izteikts Svētā Gara klātbūtnē. Становится материей. Kļūst par matēriju. Я помню, как Бог меня учил. Es atceros, kā Dievs man mācīja. Я у него спрашивал. Es viņam jautāju. Зачем это присутствие, которое ищут люди? Kāpēc ir šī klātbūtne, kuru cilvēki meklē? Я не понимал, зачем оно.
Es nesapratu priekš kā. Чтобы я ещё раз убедился, что он есть. Lai es vēlreiz saprastu, ka pārliecināts, ka viņš что он есть. Dievs ir, es jau noticēju, Мне ka Dievs ir. Мне нужно каждый раз подтверждать, что он есть, это его присутствие. Un man nevajag katru reizi apliecināt, ka Dievs ir. Его присутствие. Es sajūtu Dievu klātbūtni. Но оно мне не нужно для подтверждения. Bet tas man nav vajadzīgs apstiprinājums. Тогда я спросил у Бога. Tad es prasīju Dievam. Тогда зачем оно? Tad priekš kā? Чтобы люди просто отловились. Lai cilvēki vienkārši как приняли наркотик. Kā narkotikas piņem. Просто обрадовались. Vienkārši priecāt. Или сокрушились. Vai vienkārši. Или смеялись. Smietos vai pazemot. Или плакали. Vai raudāt. Бог говорит, это всего лишь прилагательное. Tas ir tikai tas, kas ir pieliekams. То, что люди смеются. Kad cilvēki smējās. Или не могут стать на ногах. Vai nevar kājās nostāvēt. Или плачат и сокрушаются. Vai raud un Это всего лишь побочные эффекты. Tas ir tikai blaknes. Но самое главное. Bet pats galvenais. Для чего приходит мое присутствие? Kādēļ atnāk mana klātbūtne? Или это называется ещё слава Божья. Vēl to sauc par Dieva slavu. Или это называется присутствие. Vai to sauc par klātbūtni? То это для того. Tas ir tādēļ. Чтобы вы могли творить. Lai jūs varētu radīt. Я начал изучать эту тему. Es sāku šo tēmu pētīt. Одну из книг своих посвятил я этой теме. Un vienu no savām grāmatām es veltīju šai tēmai. Как можно всё сотворить? Kā var visu radīt? 2 Петра 1:4. 2 Петра 2:4. Написано, когда мы имеем драгоценное обетование Божие. Kad mums ir šis dārgais Dieva apsolījums. Мы становимся причастниками божеского естества. Mēs kļūstam par Dieva būtības līdzdalībniekiem. То есть я не могу сотворить того, чего не обещал Бог. Es nevaru radīt to, ko Dievs nav solījis. Но когда я получаю обетование, Bet kad es saņemu apsolījumu, я становлюсь как Бог. Es kļūstu kā Dievs. Но теперь мне нужно попасть в славу Божию. Tagad man jānokļūst Dieva slavā. В ощутимое присутствие Святого Духа. Sajūtamā Svētajā garā. Поэтому Павел написал: "Исполняйтесь Святым Духом". Tāpēc Pāvils rakstīja: "Piepildieties ar Svētajā garā". Люди были уже наполнены Святым Духом. Cilvēki bija piepildīti ar Svētajā Duhu. Garu svaidīti. Но ещё исполняйтесь Святым Духом. Bet vajag vēl piepildīties. Потому что когда мы говорим в присутствии Божьем, kad mēs runājam Dieva klātbūtnē, наши слова становятся материей. Mūsu vārdi kļūst par matēriju. Вот сегодня мне Инесса свидетельство. Šodien Ines man liecināja. Она услышала моё свидетельство о том, что я говорю вместо я в шоке, я в джипе. Un viņa dzirdēja manu liecību par to, ka... Я последние 10 лет езжу только на джипе. Pēdējās 10 gadus es braucu ar džipu, un viņš teica, liecināja, ka viņš saka tā vietā. Inesa pavērila. Esmu šokā, es saku, ja es esmu džipe. Un Inesa noticēja, un teica, es esmu džipā. И когда её хотят удивить чем-то, kad grib ar kaut ko pārsteigt, шокировать чем-то, šokēt ar kaut ko, она не шокируется. Viņa nešokējās. А джипируется. Bet džipējās. И говорит, я в джипе. Es esmu džipā. И сегодня везёт меня. Un šodien ved mani. Говорит, вот видишь? Ну, redzi. Твоё учение. Tava mācība. Я в джипе. Es esmu džipā. Когда я понял, что я заговорил себя на джип. Kad es sapratu, ka es esmu sarunājis. Я сказал, я в доме. Es esmu namā. Потому что Бог не обещал нам жить в квартирах. Un Dievs man solīja nedzīvot dzīvokļos. Kurš dzīvo dzīvokļos? Вы не должны жить в квартирах. Jums nav jādzīvot dzīvokļos. Бог не обещал квартиры. Dievs nav solījis. Бог обещал дома. Dievs solīja namus. Аминь. Amen. В квартире жить это проклятие. Dzīvot, Может это не от Бога. Dzīvoklī tas ir Бог сказал: "Я дам вам дома". Dievs teica: "Es došu jums дома". Mājas. И однажды сказал: "Я в доме". Un vienreiz es teicu: "Всё, я в доме". Es teicu: "Я не хочу больше жить в квартире". Es negribu dzīvot. Я буду жить в доме. Es dzīvošu namā. Всё, я живу в доме. Šodien dzīvoju namā. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты скажешь: "Только ради этого". Не только. Tikai dēļ tā, tad teicu. Моя цель вообще служение. Manas достигать народы. Ir kalpošana. Я помню, попал однажды в присутствие Божие. Es vienreiz nokļuvu Dievu klātbūtnē. A tu, što mi govorit? Svētais Gars man saka. Prямо сейчас пророчествую, что ты будешь проповедовать на стадионах. Un tagad pasludin, ka tu pravieto, ka tu sludinās stadionos. Я уже знал об этом. Es jau zināju par to. Я тоже сказал, я буду проповедовать на стадионах. Un es teicu, es sludināšu stadionos. Я это сделал, имея обетование. Es to izdarīju, kad biju saņēmis apbalvojumu. Попадя в присутствие Божие. Ieejot Dievu klātbūtnē. И сказав слова. Un pateikdams vārdus. Через 2 дня. Pēc divām dienām. Это был 2011 год. Tas bija 2011. Gads. Меня первый раз пригласили проповедовать на стадион. Man pirmo reizi uzaicināja sludināt stadionā. И там покаялось 1000 человек. Un tur Jēzus pieņēma 1000 cilvēku. И с этого момента начал проводить крусейды. Un no tā brīža es sāku vadīt krusēdes. В мусульманских странах. Мусульманские страны. В Украине. Украина. И где угодно. Un vienalga kur.
Я знаю, как это делать. Es zinu, kā to darīt. Я это сотворил. Es tos radīju. Звуком. Ar skaņu. Я сказал слова. Es pateicu vārdus. Эти слова стали коридором. Un šie vārdi kļuva par koridoru. Помните, когда Иезекииль вышел на поле полное сухих костей? Atcerieties, kad Ezekiēls, viņš izgāja uz kaulu lauka. У него ангел спросил. Viņam eņģelis jautāja. Написано, рука Господня была на Иезекииле. Rakstīts, ka Dieva roka bija pār Ezekiēlu. То есть он был в присутствии. Viņš bija Dieva klātbūtnē. И ангел у него спрашивает. Un eņģelis viņam jautāja. Эти кости оживут? Šie kauli atdzīvosies vai nē? То есть он хотел удостовериться, у Иезекииля есть обетование или нет. Un viņš gribēja pārliecināties, vai Ezekiēlim ir apsolījums vai nav. Šo sakā Ezekiēlis? Ko teica Ezekiēlis? Ты знаешь, Господи. Tu zini, kungs. Я доверяю тебе на 100%. Es uzticos tev par visiem 100%. Viņš man sakāl angelu. Un ko viņam teica eņģelis? Скажи этим костям. Runā uz šiem kauliem. Представьте, лежат просто кости. Ir vienkārši Сегодня ты такого не увидишь. Šodien tu tādu neredzēsi. Но Иезекииль жил в то время, когда сражение прошло, остались трупы на поле, которые съели птицы и остались одни кости. Un Ezekiēls dzīvoja tajā laikā, kad bija cīņas uz lauka, bija krituši. Miesa bija apēsta putni un palika vienkārši kauli. Ему ангел говорит. Un eņģelis viņam saka. Скажи этим костям. Saki šiem kauliem. У него есть обетование? Viņam ir apsolījums. Он в присутствии Божьем? Viņš ir Dieva klātbūtnē. И теперь нужно сказать. Un tagad jāpasaka. И он сказал: "Кости сухие". Viņš teica: "Sausie kauli". Соединитесь. Savienojieties. И станьте людьми. Un kļūstiet par cilvēkiem. Представьте, просто сухие кости. Un vienkārši sausi kauli. Сухие кости. Sausi kauli. Начинают сближаться друг с другом. Sāk satuvināties cits ar citu. Когда я говорю костям. Kad es saku kauliem. Я помню, пришла женщина. Es atceros, atnāca sieva. Viņai neprāvēlās slēst kosti ruki. Viņai roka bija nepareizi saugus. Из этого постоянной боли. Bija sāpes. Врачи говорят, вам надо делать операцию, ломать снова кость. Un ārsti teica, jums jālauž vēlreiz tā roka. Пластины. Likt plāksnes. И ходить с ними год, а потом еще операцию, чтобы снять пластины. Un pēc tam vēlreiz operāciju pēc gada, lai noņemtu šīs plāksnes. Я говорю, не надо операции. Es teicu, nevajag operāciju. Я говорю, кость. Es saku, kaulam. Я к тебе обращаюсь. Es uz tevi runāju. Стань целостной и ровной. Kļūsti vesels un līdzenis. А на следующий день. Nākošajā dienā. Приходит с двумя снимками. Atnāk ar divām рентгеniem. Kривая кость. Vienā ir līks kauls. На другом снимке прямая кость. Otrā ir taisnas kauls. Кости слушаются нас. Kauli klausa mums. Глаза слушаются нас. Acis klausa mums. Уши слушаются нас. Ausis klausa mums. Я помню, в Канаде проповедовал. Kanādā es sludināju. Мне пришло знание. Man atnāca zināšanas. У какого-то человека проблемы с венами. А kādam cilvēkam ir problēmas ar vēnām? Я сказал: Бог кому-то меняет вены. Dievs kādam maina vēnas. Ведь врачи могут поменять вены на пластиковые. Cilvēki vēnas var nomainīt pret plastmasas vēnām. Я думаю, Бог способнее, чем врачи. Es domāju, ka Dievs ir vairāk spējīgs nekā ārsti. Я сказал, кому-то Бог меняет прямо сейчас вены. Un es teicu, Dievs kādam maina tagad vēnas. Вены заменитесь. Vēnas nomainieties. И на следующий день. Nākošajā dienā. Ко мне подходит пастор. Pienāk pie manis mācītājs. Говорит, тебе передали. Tev iedeva. Dod man konvert. Dod man aploksni. Я открываю. Es atveru. $1000. $1000. Говорит, кто это передал? Kas to nodeva? Говорит, вчера был один мужчина на служении. Rī vakar bija viens vīrs kalpošanā. Он сегодня не смог прийти. Viņš šodien nevarēja atnākt. Но когда он пришел домой. Kad viņš aizgāja mājās. Снял свои штаны. Novilka savas bikses. Увидел, что у него новые вены. Viņš redzēja, ka viņam jaunas vēnas. И он подумал. Viņš nodomāja. Надо отблагодарить проповедника. Vajag pateikties sludinātājiem. Он не купил свое исцеление. Viņš nenopirka savu dziedināšanu. Он его получил бесплатно. Viņš saņēma to bez maksas. С помощью звука. Ar skaņas palīdzību. Когда мы в присутствии. Kad mēs esam Dieva klātbūtnē. И говорим то, что Бог нам обещал. Un runājam to, ko Dievs mums ir solījis. Тогда происходят чудеса. Tad notiek brīnumi. Помните, как он говорит евреям? Atcerieties, ka viņš ebrejiem saka. Вы возьмете Иерихон. Jūs paņemsiet Jēriku. Не, мы не можем его взять. Nē, mēs nevaram to ieņemt. Здесь такие высокие стены. Tur ir tādas augstas sienas. Бог говорит. Dievs saka. Обойдите 13 раз. Apējiet 13 reizes. 6 дней по разу, 7 день 7 раз. 6 dienas pa vienai reizei. И сделайте звук. Un dariet skaņu. Radiet skaņu. У них есть обещание. Viņiem ir apsolījums. Есть обещание. Ir apsolījums. Бог сказал, эти стены разрушатся. Dievs teica, ka šīs сенas... Если мы закричим, Стены не разрушатся.
Ja Dievs nav apsolījis šīs vienas nekritīs, ja mums nav apsolījuma. A у них было. Bet viņiem bija. Потом им нужно было обойти 13 раз. Зачем? Viņiem vajadzēja apiet 13 reizes, kāpēc? Бог хотел их смирить. Dievs gribēja viņus... Боже, он смиренным дает благодать. Tā kā, nu, nepazemot, bet... А благодать – это ощутимое присутствие Святого Духа. Lai saņemtu Dievu žēlastību. И третий звук. Un trešais skaņa. И стены исчезли. Un skaņas un sienas sabruka. Вы думаете, что Библия сказка? Domājat, ka Bībele ir stāsts, pasakas? Я рискнул поверить в эту сказку. И теперь вижу, как это работает. Es spēju noticēt šai pasakai, un tagad es redzu, kā tas strādā. Мне нужно попасть в присутствие. Man jānokļūst klātbūtnē. Имея обетование. Ar apsolījumu. И там сказать. Un to pateikt. И тогда все происходит. Un tad viss notiek. Женщина получила обетование. Sieviete saņēma apsolījumu. Это я позавчера, вчера проповедовала, вчера. Vakar es sludināju. Она получила обетование. Viņa saņēma apsolījumu. К ней пришел человек и сказал, женщина, Иисус тебя исцелит. Un atnāca cilvēks un teica, Jēzus atnāks un tevi dziedinās. Viņai bija apsolījums. Она начала говорить. Viņa sāka to apliecināt. Если к одежде прикоснусь, выздоровею. Если к одежде прикоснусь, выздоровею. Pieskaršos drēbi vīlei, būšu dziedināts. Ранами Иисуса я исцелён, исцелён. Ранами Иисуса я исцелён. Но ничего не происходило. Es dziedināts, nekas nenotika. Знаете, когда произошло? Ziniet, kad notika? Когда она попала в присутствие. Kad viņa nokļuva klātbūtnē. Все три вещи соединились. Visas trīs lietas savienojas. И произошло чудо. Un notika brīnums. Поэтому если ты хочешь видеть, как творит Бог. Ja tu gribi redzēt, kā Dievs dara caur tevi. Тебе нужно обетование. Tev vajadzīgs apsolījums. Оно делает тебя способным. Tas dara tev spējīgu. Тебе нужно попасть в присутствие. Tev jānokļūst klātbūtnē. В атмосферу. Atmosfērā. Исполниться Святым Духом. Piepildīties ar Svēto Garu. Исполниться это не значит наполниться. Piepildīties, tas nozīmē piepildīt, jo mēs esam piepildīti. Исполниться это значит попасть в большее, чем ты наполнен. И piepildīties nozīmē nokļūt vairāk nekā te ir tevī. И там сказать. Un tur pasludināt, pateikt. Amen. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Именно так всё происходит. Tieši tā tas notiek. Я хотел построить дом молитвы. Es gribēju celt lūkšanu namu. Я сказал церкви. Es teicu draudzē. Нам нужно только найти землю. Mums vajag tikai zemi atrast. У нас была проблема, мы не могли найти землю. Mēs nevarējām zemi atrast. Никто не продавал землю. Neviens nepārdeva zemi. Но говорю, запомните мои слова. Es teicu, как только я куплю землю. Atcerieties manas vārdus, kad... Вы через год увидите здание. Ka tikko, tiklīdz, ka es nopirkšu zemi, tas gadā būs... Потому что я его уже сотворил. Jo es jau esmu to radījis. Я его звуком сотворил. Es ar skaņu to esmu radījis. И как только мы купили землю. Un kā mēs nopirkām zemi? В 2012 году. 2012. Gadā. В 2013. 2013. Мы уже там провели первое собрание. Mēs jau tur novadījām pirmā sapulce. И мы собираемся в своем доме молитвы. Un mums ir savs lūkšanas nams. Потому что я знаю этот секрет. Jo es zinu šo noslēpumu. И он работает абсолютно для всего. Un tas darbojas absolūti visam. Получи от Бога обетование. Saņem no Dieva apsolījumu. Попади в его присутствие. Nokļūst viņa klātbūtnē. И там скажи слова. Un tur ir pasludin šos vārdus. Amen. Amen. Поэтому запомните. Tāpēc atcerieties. Дух Святой имеет три проявления. Svētajam garam ir trīs izpausmes. Внутри. Iekšienē. Чтобы я пошел в небо. Lai es ietu uz debesīm. Чтобы я не был грешником. Lai es nebūtu grēcinieks. Чтобы мой путь был Божьим. Lai mans ceļš būtu Он Dieva ceļš. Подсказывает. Tas man saka Он priekšā. Обличает. Viņš mani vada. Он мне помогает. Viņš man palīdz. Потом помазание. Pēc tam svaidījums. Дух Господень на мне. Tā Kunga gars ir uz manis. Чтобы я мог служить вам. Lai es varētu kalpot jums. Чтобы вы не заснули на моем служении. Lai jūs neaizmigtu manā kalpošanā. Чтобы вы услышали меня. Lai jūs sadzirdētu mani. Чтобы вы были исцелены. Lai jūs būtu dziedināti. Чтобы вы уверовали. Lai jūs noticētu. Чтобы из вас вышли бесы. Lai jums, no jums iziet ļaunie gari. Мне нужен Дух Господень на мне. Svētais gars ir uz manis. Но третье. Trešais. Самое великолепное. Pats brīnišķīgākais. Это присутствие. Tā ir klātbūtne. И пока люди этого не поймут. Un kamēr cilvēki to nesapratīs. Они будут просто, какое присутствие. Viņi vienkārši priecājas par klātbūtni. У меня тоже вопрос, и чё? Man rodas jautājums, хорошо, ты был в присутствии. Ну, labi, tu biji klātbūtnē. Но это было так замечательно. Tas bija tik brīnišķīgi. И всё? Un viss? Ну и всё. Un viss? Но я пошёл дальше. Es aizgāju tālāk. Присутствие.
Клатбутне. Атмосфера для сотворения. И атмосфера родишне. Иисус сказал Петру: "Иди". Jēzus teica Pēterim: "Ej". И это был коридор, по которому пошёл Пётр. Вот это был коридор, по которому гай Петрс. Коридор из звука. Сканьес коридорс. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Пецелсмес. Может, есть кто-то, кто не спасён? Варбут ир кас, кыш нов главц. Я хочу с вами молиться. Гриб лукт ар юмс. Иисус прощает грехи. Jēzus piedod grēkus. Без этого никто не спасётся. Без та невиens неглавсяс. Вы провалитесь в ад. Jūs iekritīsiet ellē. И будете гореть там вечно. Un teksiet tur mūžam. Если Иисус не простит ваши грехи. Ja Jēzus nepiedos jums jūs grēkus. А он не может автоматически простить грехи. Bet viņš automātiski nevar piedot grēkus. Человек должен раскаяться в своих грехах. Cilvēkam ir jānožēlo savi grēki. Но когда? Bet kad? Только когда он понимает, что он грешник. Tikai tad, kad viņš saprot, ka viņš ir grēcinieks. Поэтому, если ты понимаешь, что ты грешник. Ja tu saproti, ka tu esi grēcinieks. Приходи сюда. Nāc šeit. Я с тобой помолюсь. Es ar tevi lūkšu. И Бог простит твои грехи. Un Dievs piedos tev tavus grēkus. И Дух Святой войдёт внутрь тебя. Un Svētais Gars iemājas tevi. И ты станешь чадом Божьим. Un tu kļūsi par Dieva bērnu. Есть кто-то, нет? Vai ir kāds? Кто не спасён? Kurš nav glābts? Все спасены? Visi ir glābti? Может, кто-то возле вас? Varbūt kāds jums blakām? Да, я не проповедовал Евангелие. Es nesludināju evaņģēliju. Я вас учил о Святом Духе. Es jūs mācīju par Svēto Garu. Что является тоже Евангелием. Kas arī ir evaņģēlijs. Jūs sakāt, ja uidu? Es aiziešu. Но вместо меня придёт Дух Святой. Un manā vietā atnāks Svētais Gars. Это будет лучше для вас. Un tas būs labāk jums. Чем если бы я был с вами. Nekā, ja es būtu ar jums. Кто не спасён? Kurš nav glābts? Все спасены? Visi ir glābti? Все, все? Visi, visi? Может, возле вас кто-то? Varbūt jums kāds blakām ir. Вот так покажите. Tā, parādi. Я позову. Es pasaukšu. Твоя жена не спасена? А он не спасён? Пастор не спасён? Мацидайс нам главц. Кто не спасён? Курш нам главц. Где грешники? Курир грецинек. Ну-ка проявитесь. Парадитес. Во имя Иисуса. Иисус Анна. Поднимите свои руки. Поцелайте свои руки. Кто ещё не спасён? Курш вел нам главц. Потому что если вы даже приобретёте весь мир. Пат я юс имантосет весь пасаул. Но не были спасены. Бет не бият главти. Нет никакой вам от этого пользы. Но таймс никакадас лабума не бус. Никакой. Никада. Поэтому я хочу все исправить. Тобец я грибу весь лабот. Помочь вам спастись. Полидзет юмс главтес. Чтобы после встречи с Иисусом. Лай пец тикшинас ар Йезу. Он не отправил вас в ад. Виш не судит юс уз элли. А взял вас небеса. Бет паньемт уз дебесим. Или все спасены? Вай виси ир главти. Вы спасены? Нет? Так идите сюда. Нацет. Всего два шага сделать на первом ряду сидеть. Диви соли косперт. Вы сами пришли? Да, сама пришла. Кто-то вас пригласил? Сосед. Сосед пригласил? Слава Богу за соседа. Слава Богу про камень. Сегодня с вами произойдет самое главное чудо, которое только есть. Вы родитесь свыше. Что для нотикс подстояла, как избринем, все спедзимсет на уши. Сейчас не все небеса, они невидимы. Шие дебес, но ир нередзамс. Но они все обращены на вас. Bet tās visas vērstas uz jums. Потому что в Библии написано. Jo Bībelē rakstīts. Na nebesāk velikā radosti. Jo debesīs būs liels prieks. Kad tikai viens grēcinieks. Ja kaut vai viens grēcinieks. Spasājās. Glābjās. Есть ещё кто-то? Varbūt ir vēl kāds. Кто ещё? Не, мы сейчас с вами помолимся. Вы постойте. Но вдруг ещё кто-то есть. Мы же не хотим, чтобы они в ад пошли. Наверное, есть, да? Вы тоже так думаете, да? И я так думаю, что. Я сами думаю, что ir vēl kāds. Не, все тут уже церковь, она уже вроде как не грешная. Кто ещё не спасён? Кушвелно главц. У кого ещё нет внутри свидетельства о спасении? Куром велно векшене лецибе про главшу. Нельзя придумать своё спасение. Never издомат сау главшу. Это только Святой Дух приносит свидетельство. Tu tikai Svētais Gars dod liecību. Я не мог себе придумать, что я спасён. Es nevarēju sev izdomāt, ka es esmu glābts. Но когда меня вошёл Святой Дух. Kad mani ienāca Svētais Gars. Я теперь знаю, что я спасён. Tagad es zinu, ka es esmu svētais, ka es esmu glābts. Я знаю, что я чадо Божье. Ka es esmu Dieva bērns. Я знаю, что я такой же, как Бог святой. Ka es esmu tāds pats svēts kā Dievs. А что ты не согрешаешь? Это уже второй вопрос. Tas kaut ko arī tu sagrēko. Важно, что я в себе внутри ношу. Svarīgi, ko es savī nesu. Именно из-за этого я пойду в небо или не пойду. Jo tieši tādēļ tā es iešu uz debesīm vai nē. Кто ещё не спасён? Kurš vēl nav glābts? Все остальные спасены? Visi pārējie glābti ir. Точно? Посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Скажи мне, с друзьями. Представьте этот сосед.
Iedomājies šis kaimiņš. Ja viņš nonāks LA. Он скажет: "Почему ты мне не сказал?" Viņš teiks, kāpēc tu man neteici? Что это так важно? Kad tas ir tik svarīgi. Ты стоял рядом. Tu stāvēji blakām. И не сказал мне. Tu neteici man. Что надо выйти вперёд. Ka vajag iziet uz priekšā. И он будет вечность плакать. Un viņš mūžīgi raudās. О том, что ты ему не сказал. Par to, ka tu viņam nepateici. Поэтому лучше скажи. Tāpēc labāk pasaki. Один сказал. Viens pateica. Слава Богу. Слава Dievам. Хорошо. А твой товарищ спасён, да? Tavs. Он из церкви, да? Ты спасён? Ты сглав. А ты её привёл, да? Tu viņu atved. Чтобы она услышала Евангелие. Lai viņa dzirdētu Evangeliju. Ты, наверное, ничего не поняла. Ты, laikam, neko nesaprati. Ну так, по чуть-чуть, да? Помог. Но почувствовала. Что надо это сделать. Это правильно. Tas ir pareizi. Я тоже, когда вспоминаю, как я покаялся, я тоже ничего не понял, честно. Kad es atgriezos, es atceros, es arī visu nesapratu. Но я почувствовал, что Бог реален. Bet es sajūtu, ka Dievs ir reāls. Теперь я его понимаю. Tagad es viņu saprotu. Вы не ошиблись. Jūs nekļūdījāties. Смотрите, сколько людей, которым нужно спасение. Skatieties, cik cilvēku, kuriem vajadzīga atbrīvošana. Вначале всё выглядело так, как будто никому не надо. Sākumā izskatījās, ka nevienam neko nevajag. Вы спасены уже? Jūs esat glābti. А вы? Bet jūs? Вы? Да? Вот женщина в светлой курточке такой, в бежевой. Спасены, да? Все хорошо? Весла. Она, если улыбается, значит, все нормально. Весла, это дискатор. Хорошо, давайте с вами помолимся. Луксим, Дева Риумс. Я знаю, что, как написано в Библии. Как рахстит в Библии. Вы по-русски понимаете? Юс виси по-кривиски собрали. Вы сможете по-русски молиться со мной? Да. Тогда переводчик не нужен. Когда евреи совершили Пасху в Египте, это была первая Пасха. Они убили ягненка и скушали его, а кровью помазали двери. И в этот момент жизнь целой нации изменилась. Но потом, когда пришел Иисус и был убит за нас, Библия говорит, что Иисус – это наша Пасха. И вот вы сейчас принимаете Иисуса. 7 недель назад была Пасха. И мы говорили, Христос воскрес. Вы сейчас принимаете Иисуса. Я знаю, что ваша жизнь 100% изменится. И вы это почувствуете во всем. Поэтому я хочу, чтобы вы это сделали с верой. Закройте глаза, поднимите руки. И скажите со мной. Отец мой небесный, я прошу тебя, прости все мои грехи. Во имя Иисуса Христа. Помилуй меня. Иисус, я верю, что ты умер за меня и воскрес для моего оправдания. Я принимаю твою жертву. Я принимаю твою милость. Я принимаю твое спасение. И прошу тебя, Иисус, войди в мое сердце. Стань моим Господом. Стань моим спасителем. Стань моим Богом. А я буду твоим человеком. Навсегда. Аминь. Слава Богу. Я помолюсь за вас. Постойте минутку. Отец Небесный, как ты возродил всех нас свыше, возроди их. Драгоценный Святой Дух, войди внутрь них во имя Иисуса. Наполни их своей жизнью. Наполни их своей милостью. Откройся им, как Бог, который есть любовь. Откроем свои тайные секреты. Откроем свою любовь и благодать во имя Иисуса. Аминь. Слава Иисусу Христу. Теперь вы спасены. У нас есть вот сестра, иди сюда. Она куда-то нужно пройти, да? Пройдите с ней сейчас, буквально на минутку. Потом вы вернетесь, и мы за вас еще помолимся. Аллилуйя, давайте прославим Бога. Досим славу Деву. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Написано в Библии, его рука не сократилась. Библия рахстит, что его рука не сократилась. И он по-прежнему спасает людей. Он еще проем глаб человек. Я предлагаю сейчас нам начать поклоняться Богу. Es aicinu чтобы подготовить Dievu, атмосферу. Lai sagatavotu атмосферу. Если вы что-то поняли из сегодняшней проповеди. Un, ja jūs kaut ko sapratāt no šīs dienas для чего это присутствие? Kāpēc ir šī klātbūtne? Для чего эта атмосфера? Kāpēc šī atmosfēra? То, я думаю, вы используете ее
с пользой. Es domāju, jūs izmantosiet to ar У вас у многих есть уже обетование. Ar iegūmu jums būs, jums ir jau daudz apsolījumu. Хотя очень часто бывает так. Kaut gan ļoti bieži ir tā. Именно в присутствии. Tieši klātbūtnē. Есть слово для вас. Ir vārds priekš jums. И когда мы попадаем в присутствие в облако Святого Духа. Kad tu nokļūsti šajā svētā garmā. Мы начинаем что-то слышать. Mēs sākam kaut ko dzirdēt. Помните, написано, когда сойдёт Дух Святой. Kad nonāks Svētais Gars. На рабов, на рабынь, на всех сойдёт. Par vergiem un verdzenēm. Люди будут видеть видение. Jūs redzēsiet redzējumus. Люди будут сновидения видеть. Cilvēki redzēs sapņus. Будут пророчествовать. Tie pravietos. Поэтому ожидая этого божественного прикосновения. Tāpēc gaidot šo dievišķo pieskārienu. Esiet gatavi. Что оно информативно. Ka viņš informatīvi. В нём есть слово для нас. Viņā ir vārds. Kad tu получишь это обетование. Kad tu saņemsi apsolījumu. Ты становишься способным. Tu kļūsti spējīgs. Способным творить. Spējīgs radīt. Никогда не теряй ни секунды. Nekad nezaudē sekundi. Провозглашай своё обетование. Pasludini savu провозглашай своё исцеление. Pasludini savu dziedināšanu. Провозглашай своё процветание. Pasludini savu uzplaukumu. Провозглашай спасение своего дома. Pasludini savu radinieku kalpošanu. Провозглашай своё служение. Pasludini savu kalpošanu. И пройдёт время. Un paies laiks. И ты скажешь: "Я однажды в атмосфере". Un tu teiksi, es vienreiz atmosfērā. Высвободил это слово, этот звук. Atbrīvoju šo skaņu, šo vārdu. И именно так всё и произошло. Un tieši tā tas arī notika. Потому что пророчество. Jo pravietojums. Это не предсказание. Tas nav paredzējums. Это больше сотворение. Tas ir vairāk kā radīšana. Того, что Бог уже сделал. Там, ко Dievs jau ir radījis. Он хочет, чтобы мы воспроизвели. Un viņš vēlas, lai mēs radītu. И потом ещё и увидели. Un vēl ieraudzītu. Поэтому используй это время. Tāpēc izlai to laiku. Дух Святой, мы поклоняемся Иисусу Христу. Mēs pielūdzam. Я прошу тебя, помоги нам. Un es lūdzu tev, palīdz mums. Помоги нам попасть в присутствие славы Божьей. Palīdz mums nokļūt. То, что есть на небесах возле престола. Tas, kas ir debesīs, tev trūkt priekšā. Пусть будет на этом месте. Подними нас! Pacel mūs, lai tas свою славу. Savā slavā. Дай нам пребывать в твоем присутствии. Dod man mums чтобы все слова, которые мы скажем, lai visi vārdi, ko mēs sakām, они стали материей и плотью. Tie kļūst par matēriju un miesu. Слово стало плотью. Vārds tapa miesa. И обитало среди нас. Un mājoja mūsu vidū. Пусть точно так же произойдёт здесь. Lai tāpat notiek arī šeit. Говори к нам. Runā uz mums. Служи нам. Kalpo mums. Помоги нам. Palīdz mums. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Дух Святой. Svētais Gars. Веди нас. Ved mūs к престолу благодати. Pie žēlstības troņa. За благовременной помощью. Мы приступили к горе Сион. Mēs esam nākuši pie Ciona. Мы приступили к церкви первенцев. Pirmzim, к собору торжествующему. Тьмам ангелов и престолу благодати. Там, где всегда слава. Там, где поют святой, святой, святой. Достоин Агнец, закланный за нас. Все небеса поют Тебе, Иисус. И мы присоединяемся к этому небесному хору, ко тьмам Твоих ангелов. И вместе с ними поем Тебе хвалу, поем Тебе свою любовь, силу, богатство и честь. Поклоняемся Тебе, Иисус, и благословляем Тебя, Агнец Божий, закланный за нас. Слава, 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 слава Вышних Богу, Святой, Бог Вседержитель. Вели, пой со мной наш Бог, так велик, пусть видят все наш Бог, наш Бог. Так вели. Давайте все вместе будем поклоняться, пока не попадем в Его славу. Наш Бог так вели. Пой со мной, наш Бог. Так вели. Пусть видят все наш Бог. Наш Бог. Наш Бог
Еще один способ попасть в присутствие – это молитва на языках. Шина маракасы брекете на маракуса на маракатери баракадала бара. Рамана ракасы ли бурогоши ли берегеси ли баракадала. Когда они молились на языках, они исполнились Святого Духа и начали пророчествовать. Их было всего 12, но потом стало 70 тысяч. Потому что все, что вы скажете в моем присутствии, я вам сделаю. Махасекеле Морокоча. Прими дар Святого Духа и начинай молиться на язык языка. Шира-б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 ра
Slavu adoru, o Jēzu, Jēzu,
Спасибо, Дух Святой, спасибо, Дух Святой. Марабарега сэбребо варабачама. Марабарега сэбребо Кто не молится на языках, быстренько идите сюда. Если хотите получить Святого Духа и начать молиться на языках. Saņemt un lūgt mēlēsies ar nāk priekšā. Идите и примите Святого Духа. Nāciet un saņemiet Svēto Garu. Кто не молится на иных языках, но хотел бы сегодня. Kas nelūdz mēlēsies, получить этот дар Святого Духа. Svētā Gara dāvanu. И начать молиться на языках. Un sākt lūgt mēlēs. Это не от вас. Tas nav no jums. Вы не умеете этого делать. Jūs nemākat to darīt. Вставайте вот здесь. Stājiet šeit. Сюда, сюда идите, сюда идите. Что вы там туда идете? Что вы туда идете? Вот сюда идите. Nāciet tuvāk uz šo pusi, nāciet droši, droši. Смотрите. Это подарок. Tā ir dāvana. Это выучить нельзя. То nevar iemācīties. Это не учится. Tas nav iemācāms. Любой язык можно выучить. Jebkuru valodu var iemācīties. Но этот язык не учится. Šī valoda nemācās. Он просто принимается. Tā vienkārši tiek pieņemta. Принимается верой. Pieņemas ar ticību. Вы сейчас не можете молиться на языках. Jūs nevarat tagad lūgt mēlēs. Но после того, как я на вас возложу руку. Bet pēc tam, kad es uzlikšu jums rokas. Вы все будете говорить иными языками. Jūs runāsiet citās mēlēs. Пусть это для вас будет знамение. Lai tas priekš jums ir zīme. Знамение, что Дух Святой внутри вас. Зīme par to, ka Svētais Gars ir jūsos. Пусть это держит вас в Боге. Lai tas tur jūs Dievā. Пусть это еще больше и больше проявляется. Lai tas vēl vairāk un vairāk izpaužas. Потому что, когда вы молитесь на иных языках. Kad jūs lūdzat citās mēlēs. Это сам Святой Дух молится. Tas ir pats Svētais Gars. Это не ум молится. Tas nav prāts, kas lūdz. Святой Дух молится. Svētais Gars lūdz. Иисус сказал. Jēzus teica. Būs 4 знамения. Būs 4 zīmes. Которые будут у каждого уверовавшего. Kas būs katram noticējušam. Первое смогут изгонять бесов. Tie varēs izdzīt ļaunos garus pirmās. Второе говорить новыми языками. Otrais runāt ar jaunām mēlēm. Если бы это не было знамение. Ja tā nebūtu zīme. Тогда язык можно выучить. Tad mēli var iemācīties. Любой язык можно выучить. Jebkuru valodu var iemācīties. Этот язык нельзя выучить. Šo mēli nevar iemācīties valodu. Его надо принять. To var pieņemt. Как в Ефесе. Kā Efesā. Павел пришёл. Павел сатнаца. И говорит: "Вы приняли Святого Духа?" Jūs pieņemāt Svēto Garu. Мы не знаем, кто это. Mēs nezinām, kas tas ir. Тогда он им рассказал. Tad viņš viņiem pastāstīja. Возложил на них руку. Uzlika viņiem roku. И они начали говорить иными языками. Un viņi sāka runāt ar citām valodām. Есть 10 стихов в Библии. Ir 10 panti Bībelē. Которые говорят о крещении Святым Духом. Kas runā par kristību ar Svēto Garu. И во всех 10. Un visos 10. Было одно знамение. Bija viena zīme. Говорение на языках. Runāšana mēlēs. Когда сходил Дух Святой на людей. Kad nāca Svētais Gars par cilvēkiem. Они начинали говорить на языках. Viņi sāka runāt mēlēs. В пяти местах это прямо указано. Piecās vietās tas ir pataisno norādīts. А еще в пяти это косвенно указано. Un piecās vietās ir netieši norādīts. Павел говорит, я более всех вас говорю языками. Pāvils saka, es vairāk par visiem runāju mēlēs. Именно поэтому его служение было самым продуктивным. Tāpēc viņa kalpošana bija visproduktīvākā. Поэтому я хочу. Tāpēc es vēlos. Во-первых, спросите у вас, вы хотите принять Святого Духа? Вы jūs vēlties saņemt, jautāt, vai jūs vēlties да? Saņemt Svēto Garu? Хорошо. Jā. Что вы хотите? Jā, jā, tad labi. Я много лет. Es daudz gadus. Около 20. Ap 20. Молюсь за людей. Lūdzu par cilvēkiem. Чтобы они приняли Святого Духа. Lai viņi pieņem Svēto Garu. И я не видел никого. Un es neesmu redzējis nevienu. Это уже десятки тысяч людей. Tie ir desmitiem tūkstoši cilvēku. Я был в собраниях, где 3000 человек сразу принимают Святого Духа. Es esmu bijis sapulcē, kur 3000 cilvēki sāk lūgt mēlēs. Где сотни людей принимают Святого Духа. Kur simtiem cilvēku pieņem Svēto Garu. Я не видел никого. Un es neesmu redzējis nevienu. Кто хотел бы принять Святого Духа. Kurš vēlējies pieņemt Svēto Garu. И начал бы говорить на языках. Un nesācis runāt mēlēs. Все начали говорить на языках. Visi sāka runāt mēlēs. Поэтому все очень просто. Tāpēc viss ļoti vienkārši. Мы сейчас всей церковью будем молиться на иных языках. Mēs visi runāsim mēlēs. И попадём в атмосферу Святого Духа. Он нонаксим Святого Духа. Потом я возложу на каждого из вас руку. Es katram no jums uzlikšu roku. И дам команду говори. Un teikšu komandu runā. Вам нужно будет вдохнуть. Jums vajadzēs ievilkt elpu. Чисто символически. Tīri simboliski. И с выдохом.
un ar izelpu. Начать говорить на иных языках. Sākt runāt citās mēlēs. Единственное, что не нужно. Vienīgais, ko nevajag. Это подключать мозги. Tas nevajag pieslēgt smadzenes. То есть когда я вам говорю по-русски, kad es runāju krieviski. Я говорю умом. Es runāju ar prātu. Поэтому вы меня понимаете. Tāpēc jūs mani saprotat. Когда я говорю на иных языках, kad es runāju citās mēlēs. Вы меня не понимаете. Jūs mani nesaprotat. Но меня понимает Бог. Bet mani saprot Dievs. Поэтому когда я молюсь Богу на иных языках. Kad es lūdzu Dievam. Меня люди не понимают. Citās mēlēs cilvēki mani nesaprot. Но меня Бог понимает. Bet mani Dievs saprot. Мы на небесах будем разговаривать на одном языке. Debesīs mēs runāsim vienā valodā. Там не будет латышского. Tur nebūs latviešu. И русского, украинского не будет. Украиня будет один язык. Būs viena valoda. Который вы сейчас получите. Kur jūs tagad saņemsiet. Поэтому чтобы ты не был на небесах немым. Lai tu debesīs nebūtu mēms. Вот придёшь. Латышки забрали. Русские забрали. Криво по ним. Все, нету языков. На володу. Поэтому прими сейчас божественный язык. Пеним девичью володу. И ты увидишь, как это замечательно. Ту редзайся, когда сбринешчиги. Закройте глаза. Айзверсим ацис. Скажите, Отец Небесный. Тексим дебес тавс. Я отрекаюсь. Эс ацекос. От всех связей с дьяволом. Но висем сакрем ар вэлну. От колдовства. Сатан, но от оккультизма. Но оккультизма. От экстрасенсорики. Но экстрасенсорика. От магии. Но магии. От волшебства. Но бурвестивам. От гадания. Но зилешен. От гороскопов. От но хороскопа. И от всего нечистого. Он висит, как и нечист. Иисус. Иезу. Крести меня. Крести мене. Святым Духом. Ар свято гару. Со знамением. Ар зимем. Говорение на языках. Рунашен мелес. Дух Святой. Святой Гарс. Я принимаю тебя. Эс пеньему теви. И буду говорить он рунашу иными языками. Цита амелай. Аминь. Аминь. Последняя инструкция. Пятая инструкция. Все слова состоят из слогов. Виси варды состав на зилбем. Латышский тоже. Латвиш ари. Состоит из слогов. Ну, зилбем состав. Зелта зифтеня. Аллилуйя. Аллилуйя. Или... Esteve milu darga. Amen. Или no frāzēm es sastāv. No teikumiem. Es. Es gribu ēst. Es gribu ēst. Точно. Es gribu ēst. Всё из слогов. Viss ir no frāzēm, no zilbēm. Как ты догадался, а? Иные языки тоже из слогов. Un valodas arī no zilbēm. Только это не латышские слоги. Tikai tās nav latviešu zilbes. И не русские. Un ne krievu. Когда я возложу на вас руку, kad es uzlikšu jums и дам команду говори. Rokas. Un... Вам не надо думать, что говорить, что говорить, что говорить. Nevajag domāt, ko es teikšu, ko es teikšu. Вам надо... Jums vajag ievilkt. И за мной шарабарабарабара и начать молиться. Вы поняли? Un vienkārši varbūt mēģina atkārtot. Vai Dievs dos kaut ko citu. Es saprotu, ka tu neko nesaproti. Это понять невозможно. Jo saprast nav iespējams. Вы просто должны исполнить моё приказание. Vienkārši izpildiet manu parādu. Когда я вам скажу, говори. Kad es saku runāt. Вдохните. Ievelc elpu. И с выдохом начнёте говорить на языках. Un ar izelpu sāc runāt. Всё, теперь закрывайте глаза. Aizvērt, все поднимайте руки, давайте молиться на языках. Visi paceliet rokas. Šira maragasa lebaregata lamarakuta lamarakata. Rabarabarabarakasa lamarakata lamarakata lamarakata. Давайте все молимся на языках. Šira barabarabarabarakata lamarakata lamarakata lamarakata. Rubarabarabarakata lamarakata 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 lamarakata. Šira bara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 b
Громче,
Core mara dara badara 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 mashika de basekete Core mashira dara masoko tere masira masakataya Kere mara dara madara madara mashika dara masoko tere masaya Kere masono robore dere badara badara bashikedeya Давай давай громче шире бара 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 толкай толкай слоги шире бара 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 Kore mashiara masoko tere mara dara basakataya. Kere mara dara madara mashigara basoko tere masidara badara basia. Keyara marara mashiara basoko tere masia. Kere mara dara badare badare bashika tere masono roborere basikataya. Keyara bararara basono roborere keya. Шире бара бара бара, давайте громче. Шемала бала бала, шемала бала бала, шемала. Шире бара 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 бара, говори. Шире бара бара, бара бара, говори. Шире бара бара, говори бара бара бара. Kore marara rama sonoro borere basia. 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 Молитесь на языках. Шира бара 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 Kore mara 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 Это трудно, но тебе далось. И вы молились. Он его служит. Потом, правда, ваша религия включилась, и вы аллилуйя, аллилуйя. Вы молились на языках. Его служит мелес. Я знаю, что у вас внутри, в голове, есть уже твердыни, которые говорят, что не надо молиться на языках. Но я вам говорю, что вы молились на языках. Вам надо перебороть это все. И начать молиться на языках каждый день. Vajag sāciet lūgt mēlēs katru Halleluja! Dienu. Halleluja! Это же чудо! Tas ir brīnums. Вы же не могли? Jūs taču nevarējāt. Не могли? Раньше не могли? Agrāk nevarējāt. Нет? Nē. Еще 5 минут назад не могли? Vēl 5 минут не могли? Nevarējāt. Нет? Nē. А вы сегодня первый раз пришли? Jūs šodien pirmā diena. Тоже не могли? Arī nevarējāt. А сейчас? Да, шаламалама, это и есть. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Проходи на свои места. Вау! Это пробуждение! Тайрат мода! Крещение Святым Духом – это пробуждение! Именно с этого все началось в день Пятидесятницы! Именно с этого началось в Ефесе! 12 человек! Превратились в 70 тысяч! Pārvērtās par 70 tūkstošiem! Из-за иных языков! Вы знаете, что случилось с планетой? Ziniet, ko es noticis ar planētu? 6 тысяч лет человечеству! 6 tūkstoši gadu ir cilvēcei! Все 6 тысяч лет и люди ездили на конях! Visas 6 tūkstošus gadus cilvēki Огонь был светом. Uguns bija gaisma. 6 тысяч лет. Brauc uz zirgiem. Ничего не менялось абсолютно. Nekas nav mainījies. Но 100 лет назад. Bet 100 gadu atpakaļ. В Лос-Анджелесе. Лос-Анджелесе. На Азуза стрит. Azusa street. Открылась первая церковь. Atvērās pirmā draudze. 1906 году. 1906 gadā. Которая начала молиться на языках. Kura sāka lūgt mēlēs. И знаете, что случилось с планетой? Ziniet, kas notika ar planētu? За 100 лет что случилось с планетой? По 100 годов, что случилось с планетой?
Люди в космос летают на экскурсии. Cilvēki kosmosā ekskursijā lido. А до этого на конях ездили 6000 лет. Un bet līdz tam 6000 gadus zirgiem. В кармане вся жизнь лежит. Kabatā visa dzīve ir. Здесь всё. Viss ir šeit. Просто в кармане. Vienkārši kabatā. Тебе это целая библиотека. Tā ir vesela bibliotēka. Национальная библиотека. Nacionālā bibliotēka. Поместилась вот такую вот штуку. Tādā mantā ielikt. Которая является одновременно телефоном, компьютером, телевизором, радио и всё на свете. Kas ir viss uzreiz vienlaicīgi. Это из-за Святого Духа. Tas no Svētā Gara. Поэтому молитесь на языках. Tāpēc lūdziet mēlēs. Больше молитесь. Vairāk lūdziet. И вы увидите прогресс. Un jūs redzēsiet progresu. Аминь. Amen. Все присядьте. Я вам рассказал все инструкции. Es jums visas instrukcijas esmu. Вы это можете использовать дома. To jūs varat mājās izmantot. Здесь есть коллекция моих книг. Šeit ir manu grāmatu kolekcija. Вы можете купить. Jūs varat iegādāties. Если вы будете покупать по одной. Ja pirksiet pa vienai. Это будет дороже. Tas būs dārgāk. Поэтому я сделал комплекты. Tāpēc es uztaisīju komplektu. 10 книг. 10 grāmatas. 40 евро. 40 eiro. Может это дорого. Varbūt tas ir dārgi. Или дёшево. Vai lēti. В супермаркете 40 это немного. В супермаркете 40 tas nav daudz. А за книги? Bet par grāmatām, через которые ты можешь изменить мир. Caur kurām tu vari mainīt pasauli. Получить помазание. Saņemt svaidījumu. Почему это дорого? Nes kāpēc ir dārgi. А сколько стоит книги? Cik maksā grāmata? Я знаю, они стоят дороже. Es zinu, ka viņas maksā dārgāk. Если бы я их печатал здесь. Ja es viņas šeit drukātu. Они бы стоили в два раза дороже. Viņas maksā divreiz dārgāk. Поэтому я их печатаю в Украине. Tāpēc es viņas drukāju Ukrainā. И привожу их везде. Un izvadāju visur, kur es braucu. Вы можете приобрести. Jūs varat tās iegādāties. И теперь хочу вас перевести на новый уровень финансов. Un gribu jūs pārvest arī jaunā finanšu līmenī. Я верю, что люди исцеляются. Es ticu, ka cilvēki dziedinās. Jūs visi dziedinājāties. Вы можете об этом не знать. Jūs varat par to nezināt. Это я знаю. To es zinu. Иисус сказал прокажённым. Jēzus teica spitālīgajiem. Идите. Ejiet. Покажите священнику. Parādieties priesterim. Они все в проказе. Viņi visi bija spitālī. Ушли. Aizgāja. Приходит один. Atnāk viens. Он говорит: "Так ведь исцелилось 10". Jēzus saka, bet dziedinājās taču 10. Почему ты один пришёл? Kāpēc tu viens atnāci? Откуда Иисус знал, что 10 исцелилось? Kā Jēzus zināja, ka 10 dziedinājās? Он им сказал, что они исцелены. Viņš viņiem pateica, ka viņi ir dziedināti. Так же, как я вам говорю, вы исцелены. Tāpat kā es jums saku, jūs esat dziedināti. Вы исцелены. Jūs esat dziedināti. Если вы согласны, скажите аминь хотя бы. Ja jūs esat piekrītat, sakiet amen. Спасибо. Paldies. Теперь я знаю одну вещь. Es zinu tagad vienu lietu. Иисус принёс самый лучший способ привлечения денег. Jēzus atnesa vislabāko veidu, kā piesaistīt. Деньги на земле. Visa nauda ir uz zemes. У Бога деньги не проси. Dievam naudu neprasi. Бог не печатает деньги на небе. Dievs nedrukā naudu. Он все деньги печатаются на земле. Viņš visu naudu drukā uz zemes. На небесах нет ни одного евро. Nav debesīs neviena eiro. Ни одного доллара. Neviena dolāra. Ни одного рубля. Neviena rubļa. Ни одной гривны. Nevienas grivnes. Ни одной рупии. Ne rupijas. На небе этого нет. Debesīs tā nav. Все деньги на земле. Visa nauda ir uz zemes. И когда пришёл Иисус, Kad atnāca Jēzus, он говорит, я вас хочу научить. Es gribu jūs iemācīt. Как вам взять все деньги? Kā jums paņemt visu naudu? Чтобы они служили Богу. Lai tās kalpotu Dievam. Не человеку. Nevis cilvēkam. Не дьяволу. Не вэлнам. Не греху. Не грэкам. Вы знаете, что в 60-е годы? Ziniet, ka 60-ajos gados? Один порнографист в Америке. Viens pornografists Amerikā. Amerika была пуританской страной. Amerika bija puritāniska valsts. Он решил издать порнографический журнал. Viņš nolēma izdot pornografijas žurnālu. И он понимал. Viņš saprata. Я рискую. Es riskēju. Вдруг никто не будет покупать этот журнал. Ja nu neviens nepirks šo žurnālu. Он вкладывал в это деньги. Viņš tajā ieguldīja naudu. Целый фильм даже про него сняли. Veselu filmu pat viņu par viņu padūzņēma. Как он протолкнул порнографию на землю. Kā viņš šo порнографию ir izbīdījis. Сейчас прошло 50 лет. Pagāja 50 gadi. И порнография повязан весь мир. Un pornografija ir pār visu pasauli. Было, это из ряда вон выходящего. Bet tas bija kaut kas ārkārtējs tajā laikā. Он сомневался, будут ли их покупать. Un viņš šaubījās, vai kāds to pirks. Найду ли я модели. Vai atradīšu modeļus. Но когда человек шел к этому. Kad cilvēks gāja uz to. Он хотел служить разврату. Un viņš gribēja kalpot izvirtībai. Он хотел служить сатане. Viņš gribēja kalpot satanam. И у него это получилось. Un viņam tas izdevās. Сегодня мы. Šodien mēs. Единственные люди. Vienīgie cilvēki на земле, uz zemes, кто может изменить историю, kas var izmainīt vēsturi,
чтобы за деньги не делались атомные бомбы. Lai par naudu netaisītu atombombas. Треть населения земли голодает и умирает с голоду. Trešdaļa iedzīvotāju uz zemes mirst ir badā. Человек. Vairāk kā 2 miljardi cilvēku. Они голодают. Viņi ir badā. Вторая треть. Otra trešdaļa. Не доедает. Viņiem ir par maz uzturs. И только третья треть. Tikai trešā trešdaļa. Которую входим мы с вами. Kurā esam mēs un jūs. Имеет пропитание. Ir uzturs. Есть страны. Ir valstis. Где люди ждут дождь. Kur cilvēki gaida lietu, чтобы у них была питьевая вода. Lai viņiem būtu dzeramais ūdens. Я когда впервые приехал в Непал. Kad es uz Nepālu pirmo reizi aizbraucu. В некоторых районах люди так живут. Dažos rajonos tā dzīvo cilvēki. Что они ждут дождь, чтобы покупаться. Gaida lietu, lai papeldētos. У них нет водопровода. Viņiem nav ūdensvads. Нет электричества. Nav elektrības. Во многих местах. Daudzās vietās. Во многих странах. Daudzās valstīs. Люди пьют из луж. Dzer no peļķēm cilvēki. Это ужасно. Tas ir briesmīgi. Kada делаются атомные бомбы? Kad ražo, kad būvē atombombas? Kada miljardi dolāru tracē na narkotiki? Kad miljardi tiek tērēti narkotikām? Na show business. Uz show business. На игровой бизнес. Uz spēļu biznesu. На проституцию. Uz prostitūciju. А люди просто голодают. Bet cilvēki vienkārši mirst badā. Просто не имеют элементарного пропитания. Viņiem nav elementārs. То я вам хочу сказать почему. Uztur. Es gribu pateikt. Потому что верующие нищие. Если верующие перестанут быть нищими. Я ticīgie pārstās būt nabagi. На планете всё изменится. Планета, с планеты всё изменится. Если верующие станут богатыми. Я ticīgie kļūst bagāti. Всё изменится. Viss mainīsies. Будет меньше голодных. Būs mazāk izsalkušumu. Будет меньше умирающих от простых болезней. Būs mazāk mirstošu no parastām slimībām. Есть страны, где нет больниц. Ir valstis, kur nav slimnīcu. В Непале нету пенсии. Непалā nav pensijas. То есть человек работает всю жизнь, ему пенсию никто не платит. Viņam pensiju neviens nemaksā, cilvēks maksā. Вы говорите, dzīvi. Что у вас маленькие пенсии? Jūs sakāt, ka jums ir mazas pensijas. В Непале вообще нет пенсии. Непалā vispār nav pensijas. Нету. Nav. Вот сколько можешь, столько и живи. Cik vari, tik arī dzīvo. У тебя не заплатят ни копейки. Tev nesamaksās ne kapēku. Поэтому работай всю жизнь. Tāpēc strādā visu dzīvi. Кто-то жалуется, что в Европе плохо? Kāds žālojas, ka Eiropā ir slikti? Приедьте в Донецкую область. Aizbrauc uz Donetskas, no. Я вас свожу и покажу, как живут люди. Es jums parādīšu, kā dzīvo cilvēki. В городах, где нет ни одного целого дома. Pilsētās, kur nav nevienas veselas mājas. И все дома разрушены. Visas mājas ir nojauktas. И они там живут. Un viņi tur dzīvo. Нет света. No elektrības. Нет воды. No ūdens. Нет еды. No ēdiena. Нету денег. No naudas. Все, что у них есть. Viss, kas viņiem ir. Это, что мы им привезем. Ir tas, ko mēs atvedam viņiem. И все. Un viss. А если бы нас не было? Un, ja mūs nebūtu, у них бы ничего не было. Viņiem nekā nebūtu. Ничего. Nekā. Никакой государственной программы. Nekādas valsts programmas. Или выезжайте. Vai nu aizbrauciet. Или умрите. Vai nomirstiet. А им некуда ехать. Viņiem nav kur braukt. Они не знают, куда ехать. Viņi nezina, kur braukt. Даже когда мы им говорим, давайте мы вас заберем. Nu, mēs sakām, mēs дадим общежитие. Да ieliksim kopmītni. Поможем устроиться на работу. Palīdzēsim darbu atrast. Они все равно не едут. Viņi vienalga nebrauc. Я здесь жил 50 лет, как я сюда уеду? Es šeit 50 gadus es dzīvoju, es kur es aizbraukšu? Это безнадёжность. Tas ir bezcerība. Поэтому верующие. Tāpēc ticīgi. Должны стать богатыми. Jākļūst ir bagāti. Иисус пришёл нам сказать, что он может это сделать. Jēzus atnāca pateikt, ka viņš var. Первое, что он сделал. Pirmais, ko viņš izdarīja. Он обнищал. Viņš kļuva nabags. На кресте. Pie krusta. Даже одежды у него не осталось. Pat drēbes viņam nepalika. Написано, чтобы мы. Lai mēs обогатились. Kļūtu bagāti. У нас уже есть право. Mums jau ir būt bagātiem. Tiesības būt bagātiem. Теперь надо найти способ, как стать богатым. Tagad mums jāatrod veids, kā kļūt bagātam. Способы разные. Veidi ir dažādi. Иди работать. Ej strādāt. Получай зарплату. Saņem algu. Только это страдание. Tas ir mocīšanās strādāt. Strādāt. Будешь страдать. Потому что зарплата это больше похоже на проклятие, чем на вознаграждение. То есть, как алга ир вайрак лидзинас нека обалвоема. Евреи в Египте имели работу. Ебреи в Египте бие дарбс. Бог сказал, нет. Девс тейца, не. Я вам дам бизнес. Es jums došu biznes. Дам землю. Došu zemi. Дома. Mājas. И бизнес. Un biznes. Это лучший план. Tas ir labākais plāns. Иметь бизнес. Lai ir biznes. Но когда пришел Иисус. Bet kad atnāca Jēzus. Он говорит, у меня чудотворный план. Man ir brīnumdarīšanas plāns. Самый лучший. Vislabākais. Это давайте. Tas ir dot. И даст вам. Un jums tas dots. Давайте. Dod.
и даст вам. Он тапс дотс тев. Давайте. Додет и даст вам. Он тапс дотс юмс. Я вам просто засвидетельствую за себя. Es jums liecinu par sevi. Почти 20 лет назад я пришёл к Богу. Pagandrīz 20 gadus atpakaļ es atnācu pie Dieva. Мы были такие бедные. Mēs bijām tik nabadzīgi. Что я не мог прокормить свою семью. Es nevarēju savu ģimeni pabarot. Такие бедные. Tik nabadzīgi. Что я не мог обеспечить всего лишь свою семью. Es nevarēju savu ģimeni pabarot. Когда я поверил, что надо давать. Kad es noticēju, ka vajag dot. Я начал давать. Es sāku dot. Давать больше. Dot vairāk. Больше. Vairāk. Больше. Vairāk. Больше. Vairāk. Больше. Vairāk. Сегодня я кормлю 10,000 человек. Šodien es baroju 10,000 cilvēku. Каждый месяц. Katru mēnesi. Мы открыли 8 столовых. Mēs esam atvēruši 8 ēdnīcas. И возим где-то 2,000 продуктовых наборов, 3,000 продуктовых наборов в зону боевых действий. Un uz šajās kara darbības zonās mēs ievedam apmēram 2000-3000 paciņas. Почему я могу это делать? Un visās mūsu ēdnīcās cilvēki pieņem Jēzu. Kāpēc es to varu darīt? Я начал давать. Es sāku dot. Давать. Dot. Когда я еду в страны третьего мира. Kad es braucu uz trešajām pasaules valstīm. Я сам оплачиваю всё служение. Es pats apmaksāju. Там собираются толпы людей. Tur sanāk 10,000, 20,000 cilvēku. Это стоит десятки тысяч долларов. Tas maksā desmitiem tūkstošiem. Почему я могу это делать? Kāpēc es to varu darīt? Потому что я поверил, что надо давать. Jo es esmu sapratis, ka ir pinoticējis, ka ir jādot un nauda atnāks pie manis. Может быть, ты хотел быть благотворителем. Varbūt tu vēlējies būt labdaris. Ты можешь стать. Tu vari par viņu kļūt. Ты не можешь стать, пока ты бедный. Tu nevari kļūt par tādu, kamēr tu esi nabadzīgs. Un pašam ir vajadzīgs. Но это не план Божий. Bet tas nav Dieva plāns. Бог сказал. Dievs teica. Я дам вам власть. Es došu jums varu. Приобретать богатство. Iemantot bagātības. А Иисус сказал. Bet Jēzus teica. Имею власть отдать. Man ir vara dot. Имею власть принять. Un man ir vara ņemt. Нет власти отдавать. Nav varas atdot. Нет власти принимать. Nav varas arī paņemt. Бог говорит, я дам тебе власть. Dievs teica, es tev došu varu. Но просто твоя власть, она рассчитана на 10 евро. Bet tava vara ir aprēķināta uz 10 eiro. Именно поэтому ты всегда и можешь дать только 10 евро. Tāpēc tu vienmēr arī vari iedot 10 eiro. Но когда ты переступишь эту черту, kad tu pārkāpsi šo slieksni, и даже, допустим, 100 евро, un pieņemsim pat 100 eiro, ты сможешь всегда давать по 100 евро. Tu vari vienmēr dot par 100 eiro. И принимать сотнями евро. Un pieņemt 100 eiro. Когда ты первый раз дашь 1000 евро, kad tu pirmo reizi iedos 1000 eiro, ты сможешь принимать тысячами евро. Tu spēsi pieņemt 1000. Причем это не будет зарплата. Un tā nebūs alga. Это будут деньги сверхъестественные. Tā būs nauda pārdabiska. Kad tu dosi 10,000? Kad tu dosi 10,000? Tavā dzīve sāks izmērīties desmitos tūkstošos. Tavā dzīve mērīsies desmitos tūkstošos. Kad tu dosi 100,000? Kad dosi 100,000? Tavā dzīve būs izmērīties sotnях tūkstošos. Tavā dzīve mainīsies simtos tūkstošos. Kad tu dosi miljonu? Tavā dzīve būs miljonos. Miljonos tavā dzīve mainīsies. Tad miljoni būs lielākie naudas. Un tad miljoni būs liela nauda. Но к этому надо прийти. Bet līdz tam ir jānonāk. У полковника. Pulkvedim. Власть больше, чем у капитана. Ir lielāka vara nekā kapteini. Хотя и тот, и тот в армии. Kaut gan viens, gan otrs ir armijā. Вот так же и верующие. Tāpat arī у нас у всех власть от Бога. Mums visiem ir vara no Dieva. Но мы сами определяем, какое звание у нас будет. Bet mēs paši nosakām, kāds būs mūsu pakāpe. Рядовой? Солдат? Ierindnieks? Который дает по пятерочке, по десяточке? Kareivis, kas dod... Или ты прапорщиком уже стал? Vai tu esi kaut kas augstāks? Уже даёшь голубенькую двадцатку. Vai dodi zilgano šito Или ты стал капитан. Vai tu esi kapteinis. Который дает полтинник. Kas dod piesnieku. Или ты стал подполковник. Vai tu esi pulkvedis. Который дает зелёную сотню. Kas dod zaļo simtnieku. Или ты стал генерал. Vai tu esi ģenerālis. Который дает по 200 уже. Kas dod pa 200. Или ты маршал. Vai tu esi maršals? Который дает 500. Kas dod 500. Это ты сам выбираешь. Tu pats to izvēlies. Поэтому не говори. Tāpēc nesaki. Что Бог. Ka Dievs. Ничего не делает. Ka neko nedara. Я свидетель. Es esmu liecinieks. Он все делает. Viņš visu dara. Я пришел вам это сказать. Es jums atnācu to pateikt. Поэтому возьми свое пожертвование. Tāpēc paņem savu ziedojumu. Какую власть ты хочешь? Kādu varu tu vēlies? 100 евро? 100 евро. 50 евро. 50. 20 евро. 20. 10 евро. 10. 1 евро. 1 евро. 5 центов. 5 центы. Ты сам определяешь. Ты пац то носишь. Я не могу тебе сказать. Es nevaru tev pateikt. Я тебе просто предлагаю. Es tev piedāvāju. Поднять сегодня уровень своей власти. Paņemt, pacelt savas varas līmeni. Дать жертву.
dot upuri. Представьте, если бы Иисус был скупердяй. Iedomājieties, ja Jēzus būtu skopums. Он бы сидел и рассуждал. Viņš sēdētu un prātot. Это сильно много отдать всю свою жизнь. Tas ir pārāk daudz atdot visu savu dzīvi. Может, пусть просто меня побьют и всё. Varbūt vienkārši, varbūt lai mani piekāvi vienkārši un viss. Его побили бы. Viņi būtu piekāvuši. И мы могли бы иметь только исцеление. Mums būtu tikai dziedināšana. Он сказал: "Нет". Viņš teica: "Nē". Я отдам всё. Es atdošu visu. Я отдал свою жизнь. Un atdevu savu dzīvi. Принял позор. Pieņēm šo kaunu. Принял все болезни. Pieņēm visas slimības. Принял проклятие. Pieņēm lāstus. Чтобы мы сегодня. Lai mēs šodien. Получили даром. Lai mēs par vēlu saņemtu. Bez maksas saņemtu. И когда сегодня. Kad šodien. Мы говорим о спасении других. Kad mēs runājam par citu glābšanu. Знаете, кто такая церковь? Ziniet, kāda mēs draudze? Это люди, которые заменили Иисуса на этой земле. Tie ir cilvēki, kas ir aizstājuši Jēzu šīs zemes. Мы его заменили. Mēs viņu aizstājām. Он больше не может ходить по земле. Viņš vairāk nevar staigāt pa zemi. Мы его заменили. Mēs viņu aizvietojām. Он больше не может кормить голодных. Viņš nevar barot izsalkušos. Мы его заменили. Mēs viņu aizstājām. Это мы должны кормить голодных. Tāpēc mēs barojam izsalkušos. Он больше не может возлагать руки на больных. Viņš vairs nevar uz slimajiem rokas. Мы его заменили. Mēs esam viņu aizvietojuši. Поэтому он не может больше дать жертву. Tāpēc viņš vairāk nevar dot upuri. Мы его заменили. Mēs viņu esam aizvietojuši. Запустите сокровищницу. Es varu laist traukus. Кому-то нужно рискнуть. Kādam vajag riskēt. И поверить Слову Божьему. Un noticēt Dievu vārdam. Рискни хоть раз. Noriskē kaut vienreiz. Я знаю, что твой дух всегда говорит давать больше, чем ты даёшь. Es zinu, ka tavs gars vienmēr saka dot vairāk nekā tu dodi. Всегда борьба. Vienmēr ir šī cīņa. Потому что жертва это неудобно. Jo upuris tas ir neērts. Жертва это больно. Upuris tas ir sāpīgi. Жертва это невыносимо. Но потом, когда ты будешь пожинать, kad tu pļausi pēc tam, ты будешь это делать с радостью. Tu to darīsi ar prieku. Аминь. Амен. Начал с 1 января трансляцию наш новый спутниковый канал. Ir no 1. Janvāra sācis raidīšanu mūsu jaunais kristīgais kanāls. Это канал, который показывает всю продукцию нового поколения. Šis ir vienīgais kanāls, kurš rāda. Он называется Новый христианский канал. Šis saucas Novi kristianski kanāli. Это канал, который покрывает всю Европу. Tas šis kanāls apklāj visu Eiropu. Половину России. Pusi Krievijas. Турцию. Turciju. Половину Казахстана. Pusi Kazahstānas. Всю Скандинавию. Visu Skandināviju. Наша аудитория где-то 300 миллионов человек. Mūsu auditorija ir apmēram 300 miljonu cilvēku. 300 миллионов могут смотреть наш канал. 300 miljoni var skatīties mūsu kanālu. Первый год. Pirmo gadu. Мы оплатили сами. Pirmo gadu mēs samaksājām paši. Мы взяли деньги. Mēs paņēmām naudu. Это где-то 300 тысяч долларов. Apmēram 300 tūkstoši dolāru. Согласились нас несколько человек. Mūsu vairāk cilvēku mēs... Которые дали эти деньги. Kas iedeva šo... Чтобы этот канал начал работать. Šos līdzekļus, lai šis kanāls sāktu darboties. No у нас очень много другой работы. Mums vēl daudz ir cita darba. Кроме телевидения. Bez televīzijas. Я проповедую в мусульманских странах. Es sludinu musulmaņu zemēs. Я проповедую в тюрьмах. Es sludinu cietumos. Я открываю церкви. Es atveru draudzes. И на все это нужны деньги. Un tas viss prasa līdzekļus. Я вам предлагаю разделить ношу. Es jums piedāvāju sadalīt šo nastu un kļūt par partneri. Во-первых, настройте этот канал. Vispirms tātad sākt uztvert šo kanālu. Если у вас есть уже тарелка, ja jums ir šķīvis, вам нужно просто автозапуск сделать и перенастроить все каналы. И он у вас появится автоматически. И vēlreiz atkārtot kanālu meklēšanu, jums parādīsies. Ja jums nav šķīvis, когда вы будете ставить тарелку, kad jūs liksiet šķīvi, он у вас появится автоматически. Tad jums tas parādīsies automātiski. И вы сможете смотреть наш новый христианский канал. Un jūs varēsiet skatīties mūsu jauno kristīgo kanālu. Он есть в интернете также. Tas ir internetā arī. Просто в гугле наберите новый христианский канал. Vienkārši jūs atradīsiet. И можете смотреть его через интернет. Jūs varat caur internetu to skatīties. Все проповеди пастора Алексея Лидяева. Visi mācītāji Лидяева. Проповеди пастора Йонгичо. Йонгичо спредики. Проповеди епископа Тищенко, епископа Дакмилса. Дакмилс un Сейчас я сделал Тищенко, новый висим. Проект, программа «Выход» прямо из тюрьмы. Un es, Мы снимаем реалити-шоу прямо в зоне, прямо в тюрьме. Mēs cietumā filmējam šo raidījumu. Сейчас мы хотим снять, уже несколько выпусков вышло этой программы. Un vairāki izlēmumi. И я хочу сейчас сделать программу с пожизненно заключенным, Es gribu... который уверовал в Иисуса.
uztaisīt redzējumu ar cilvēku, kas ir mūžu ieslodzījums, kurš noticējis. Которые были закоренелыми преступниками. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kas убийцами, ir bijuši slepkavas un бандитами. Бандити. И которые стали христианами. Kas kļuva par kristiešiem. Это может сделать только Иисус. To var izdarīt tikai Jēzus. Та же самая программа исцеления хлеб детей и много других интересных проповедников. Dziedināšana bērnu maize. Апостол Альварес из Панамы. Альварес arī. Которому президент страны ходит собрание. И если ты захочешь стать партнером, я то грибу будет про партнера. Мне нужно просто написать имя, фамилию и свой телефон. Ты узрексти свой вард, узвард телефон. Если хотите, можете обозначить сумму ежемесячного вложения. Может это 5 евро, может 10 евро. Какого 5-10 евро, а сколько стоит? Но с этой минуты становишься партнером. Если устать про партнеры. И то та награда, которая будет от проповеди вот этим 300 миллионам людей. В следующем году мы хотим еще один спутник купить, арендовать, чтобы покрыть всю восточную Европу, всю восточную Азию. Это всю Россию до конца. Это Китай, Корея. Сегодня русскоговорящих людей есть везде, по-моему. И ещё на следующий год мы хотим, чтобы наши спутники вещали по всему миру. Un mums ir vēlme, redzējums, ka, и ты можешь стать участником. Lai satelīti raidītu visu pasauli. Поэтому, если вам надо, возьмите вот такой, где он, брат, листочек, заполните, только отдайте его мне лично в руки. Un jūs varat aizpildīt šādu lapiņu un atdot man rokās. Если вы мне отдадите, наш агент свяжется с вами. Поднимите руку сейчас, кто хочет взять такой листочек, он вам даст. Ja jūs vēlaties šādu lapiņu, jūs varat pacelt roku, jums iedos lapiņu. Отец Небесный, благословите себя во имя Иисуса. Пусть они будут умножены в 100 раз, как ты обещал в своем слове, Иисус. Аминь. Если кому-то нужны буклетки, поднимите руку, вам брат даст. А так вообще, будьте благословенны. Спасибо, пастор. За людей надо помолиться. Вы хотите, чтобы я за вас помолился? Вы как целом слайд по времени айзлудс. Или не хотите? Вы, или не... Ну, я за вас уже помолился. Но я могу еще раз помолиться, если вы не поняли, что за вас помолился. Но я вам рассказал самую главную инструкцию. Если мы сделаем пашу главную инструкцию. Как все сотворить и как все получить. Как все родить, как все... Тебе нужно обетование, попасть в присутствие. Абсолютно, но ключ для благодатной. Он потеет скань. Все произойдет. Un viss notiksies. Nu, ja būs padomāt, da? Es gribēju pateikt vienu brīnumu. Es gribēju rozkazāt, svītīrs. Kas notiek kūdīgā šodien? Što proizašlo kūdīgā? Sakarā to ziedojumu. Svizīs pažetvovaniem. Tur nedaudz savādāk, tur bija aploksnes un varēja likt iekšā, nu cik tur katrs gribēja. И там было немного по-другому, там были конверты, и каждый мог положить какие-то большие суммы. Большие суммы. Un tur sēdēja kāda sieviete, viņa domāja, beigās viņa izdomāja, ka viņa arī grib to summu. Она тоже сказала, ну, она взяла 100 евро, vai cik tur gribēja. Jā, 100 евро. 100 евро. Bet viņa uzreiz nebija, viņa nolēma, tur kūdīgā pašā centrā, aizskies uz automātu. Она решила, es biegāju, es sņemu uz automātā. Galvenais, tieši pirms tam Dmitrijs stāstīja, ka tur ir bijis kaut kāda dievkalpojuma arī, kad... Uzreiz momentāni atnākuši atpakaļ kaut kāds Dmitrijs svedoklis, kā ka brīnums noticis, ka nav čuda произошло, и человек пожал сразу. Viņa noklausījās to, viņa iet uz automātu. Она пошла к автомату. Ielikt tajā aploksnē 100 eiro. 50. Bet 100 viņa negalīs gāja. Un, bet viņa 100 ielika, ne, 100 viņa ielika iekšā. Bet viņa pa ceļām, kamēr gāja, pakā našla obratna, viņai piezvanīja pa telefonu. Ja izvoņa pa telefonu. Viņa darbojas kaut kādā tur, nu, biznesā kaut kādā. Ja, kaut kom te biznesi. Un viņa saka, ka par kaut kādu partiju, ko viņa pārdevus. Za kaut kādu partiju, viņa kurā nav. Viņa ir 50 eiro prēmija. Jei 50 eiro prēmija. Un tas bija pa ceļām, viņa atbrauc atpakaļ, aizelsusies, ķēra mikrofonu, uzliecināja. Она приехала только обратно и свидетельствовала, как... 50 дала? А, отрад. 50 иедев, он 100 премию основил. Отрада виня дала. Так, ну, шаяс кастес и брином. Амин. Ари, кас садушвайас, ja? Un es vēl gribētu pateikt, kamēr visi ir šeit, tādas lietas, ka rīt Dmitrijs Makārenko sludina Rīgā, čak ielā 32, ja nu... Tev Zabra, gribas sekot Makarin, na šim te svaidījumam un būt tajā vēl. Jesi ja te hoči būt vai tam išo... Es sekoju no trešdiena, es klausījos trešdienas divakalpojumu, pēc tam Talsos, pēc ja tam bila... Kuldīgā, tad šeit un rīt es braukšu uz Rīgu. Zavtra ja paēdu Rīgu išo. Ja tad, kad sliedot. Kaut ko jaunu svaidījumu dabūt, ir jācenšās.
чтобы получить новое помазание. Vēl es gribu teikt, ka šo te ierakstu tu varēsi skatīties mūsu mājaslapā jaunā paudze. NG Ventspils. Это сможешь эту запись этого служения увидеть на нашем сайте NG Ventspils. Это gribēsies vēlreiz dzirdēt. Если ты захочешь ещё раз это услышать. Vēl es gribu teikt, ka varbūt, vēl tas nav līdz galam noskaidrots, bet varbūt 19. maijā, tas ir ceturtdien. Возможно, 19. maijā. Pulksten 19. šeit kalpos arī viens cilvēks no Ukrainas. Возможно, будет служить тоже один человек из Украины. Антон Тишенко. Антон Тишенко. Tas ir mūsu biskapa, Ukrainas biskapa Andrija Tišenko dēls, ļoti interesants. Sludinātājs, sin našo ukraiņskomo pastore Tišenko. Dmitrija Audzēknis. Učenik Dmitrija. Un es domāju, tu nekad nenožēlos, ka tu šeit būsi. Ja domāju, tu nekad nepažalieši, ja esi pridoši. Viņa ir paskaties arī internetā. Jevo služenie možno uvidīt tur garlaicīgi internete. Tam nekad neskučno. Jautri un dziļi. Veselē, glubako. Nu, 24. maijā. 24. maijā. Tas ir nākamā nedēļa otrdienā. Sliedošajā nedēļa va vtornik. Šeit pulksten 19. kalpos mācietais no Izraels, Orens Lev Ari. Здесь будет служить пастор из Иерусалима Орен Лев Ари. Tā kā, nu, tu esi svētīts, un tev tas klātbūtne tiek nesta klāt. И ты благословен, что присутствие приносится к тебе. Un visādi svaidītie tiek sūtiet uz Latviju, tas ir labi. И разные помазанники присылаются в Латвию. Laiks ir īsts, un laiks ir ļauns. И время короткое, время лукавое. Bet mums ir laiks mainīties. Но нас есть время меняться. Tā kā, lai Dievs mūs svētī iejot un izejot, sākot un pabeidzot. Входя и выходя, начиная и заканчивая. Un lai tev laba svētdiena rīta. Rīt. Пусть тебе завтра будет благословенный. Не оставляй своего собрания. Не оставляй своего собрания. Nedrīkst to darīt.